эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 мая 2016 года, пятница, по одному из старинных 25-й день месяца пассивного наречения, 7524 лета, неделя. Кутеньков Павел Иванович сегодня с нами. Здравия, Павел Иванович! Добрый вечер, уважаемые сударь и сударыни! Добрый вечер, Алексей! И мы начинаем очередной наш эфир, посвященный такой очень важной, на мой взгляд, теме, как ярга и свастика, смысл понятий. Вот ярга и свастика, в чем у них отличие и что это такое? И вообще, насколько тот или иной смысл они на сегодня отвечают духу времени нашего, насколько они старинные, насколько они разрешены и так далее, и какие виды есть, и самое главное, где они применялись, применяются и, если это возможно, то будут применяться. Вот, наверное, вот эти все вопросы в нашей сегодня первой встрече по этой тематике мы затронем. Добрый вечер, уважаемые судари и сударыни. Спасибо за данную тему, которая обозначена в нашем разговоре. Я бы ее немножко, может быть, сегодня сузил. Я все же предполагаю по этой теме, так как она очень обширная, очень богатая и очень насыщенная, все же, так скажем, сузить несколько круг вопросов. И сегодня, может быть, поговорить и по тем заявленным вопросам, но в большей степени об ярге и свастике в истории культур человечества и как она изучается в науке, дабы дать зачин этой тематике. Вот. Но прежде всего я бы хотел сказать, что у нас впереди великий праздник, День Победы над нацизмом. И я бы хотел всех поздравить, слушателей, с этим нашим великим большим праздником, с победой сил света над силами тьмы, которые пришли к нам с Запада уже не в первый раз, в 1941-1945 годах. И опять они были загнаны в свое логово и разгромлены. И для нас это очень большой праздник, о котором мы должны всегда помнить. И вообще помнить постоянно, потому что к нам не немцы пришли, к нам пришла Европа под силы тьмы, которые пришли из Европы. Сама Европа, тьма Европы под именем нацизма, национализма, сатанизма. И она пыталась нас в явном в этом мире поработить. А явное связано всегда с невидимым. И, конечно, вот победа наших отцов, у меня отец воевал во время Великой Отечественной войны, ну, на японской, дед погиб, и много дедов воевало, и головы свои сложили, кто-то пришел. Поэтому для нас эта победа живая, мы ее ощущаем живо. И она, эта победа, принесла много загадок, в том числе и вопросов, которые связаны с нынешней темой, конечно же, с яргой и свастикой. И вот касаясь этой темы, я хочу сказать, что в наше время эта тема вновь после разрушения Советского Союза возникла, когда силы тьмы, властвующие, так скажем, вот этот вопрос достаточно сложный, но тем не менее они властвовали до 91 года у нас, эти силы тьмы, и когда они были на явном мире отринуты от власти, вот вопрос стал, на какие опоры мы должны вставать в дальнейшем своем развитии, в дальнейшем своем бытие на Земле. И вопрос внешнего, вопрос знаков, он вот проявился во всей силе, и вопрос ярги и свастики сразу же, да, он, в общем-то, и все 20-й, весь 20 век, собственно говоря, в науке-то изучался. Но вот в явном виде он был выведен таким московским ученым Багдасаром
Багдасаровым Романом Владимировичем. Вышла книга «Свастика. Священный символ». Выдержала несколько изданий. Под другими изданиями выходила. И затем были уже появились другие работы, в том числе и, собственно говоря, мои работы. Это «Ерга свастика. Знак русской народной культуры». Книга вышла. Это уже университетское издание. Она тоже выдержала несколько на сегодняшний день изданий. Затем был мной подготовлен в прошлом году издан труд «Ерга. Крест. Знак Святой Руси. Ерга и свастика». На новых материалах, которые затрагивает тоже глубинные вещи, связанные с русским севером, с Средней Русью нашей. Вот. Еще мы издали совместно с Резунком, с Андреем Геннадьевичем, книгу «Научно-методическое пособие. Ерга, крест и свастика. Народное искание в науке». Эта книга, небольшая книга, она предназначена для... В основном для учителей, для преподавателей, а в первую очередь для экспертов, которые готовят заключение по этому знаку. Так как сегодня вот этот вопрос у нас возникает в той или иных местах, так скажем, а народ совершенно многие не знают, даже специалисты об этом знаке ничего. Вот мы подготовили такую книгу, и она у нас, в общем-то, сегодня пользуется тоже спросом. Итак, вот мы будем говорить о Ерге. Ерге. Конечно, война нам принесла много жертв, и, как я уже сказал, она принесла загадки. И когда мы касаемся вот этого знака, с которым, под знаменами которого силы тьмы шли на нас, то у нас возникает вопрос, как это так, знак добра и жизни, и вдруг он на знамени тех, которые являются представителями тьмы, и идет на тех, у которых он исконно был в культуре тысячи и тысячи лет. То есть вот одна из задач, которая решалась во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, это опоганить многие духовные основы славян и вообще народов Европы. И, собственно говоря, помещение вот этого знака на знамя, на государственные знамена, нацистские знамена, армейские знамена Германии, Третьего Рейха, она преследовала и эти цели. И нам сегодня их кажут, как говорится, каждый день, совмещая их с насилием. Хотя в действительности это знак к насилию никакого отношения не имеет. То есть этот знак в 20-м столетии пытались превратить в пугало. Пытались, но не получилось, потому что он является знаком света. Итак, что такое Ерга? Мы называем этот знак, в науке он получил название Ерга. Ерга в русской научной школе. Ерга – это сложное слово, хотя и короткое, из двух основ состоит. Яр и га. Яр – это свет. Это солнечный свет, это огненный свет, это божественный свет. Ага – это божественное движение, означивается. Вот эта основа означает силу божественного движения, само божественное движение в русском языке. Таким образом, мы имеем божественное движение света. Вот что такое ерга. То есть это непрерывное, постоянное движение. Ну, у нас, так как это божественное, то мы здесь просто понимаем, обращаемся к нашему учению исконному, родноверческому, и видим, что у нас в родноверии, у славян, верховный бог, одно из имен его было род, а творческое начало баба. Это женская суть, ну, так же, как у индусов, брахман и творческое начало Шива, женское лицо. И вот здесь у нас тоже род и баба. А ерга – это тоже, когда мы вот так вот растолковали с вами и видим, это женская суть, женская ипостась, творящая, именно светлая, духовная, высшего божества. Ерга. То есть вот мы приходим к какому пониманию этого, так скажем,
слова, самого слова, что она несет, какие смыслы. То есть она несет божественные, светлые смыслы. Ну и если мы обратимся дальше к пониманию этого знака, то мы увидим, что его существует огромное количество начертаний этого знака в русской, славяно-русской, восточнославянской искане. И, соответственно, очень много названий местных этого знака, которые содержат вот оттенки этих смыслов, потому что знак всегда многозначен. И, конечно, когда мы говорим о загадках, которые принесла война, то мы, Великая Отечественная война в знаковой области, то мы сразу видим, что даже вот для образованных, казалось бы, профессора, которые трудятся в области, так скажем, изучения культуры, и когда с ними начинаешь беседовать, так скажем, кандидата наук, доктора, вот, и задаешь простой вопрос: а когда вообще у нас Иргута запретили? Ну, такой, в общем, простецкий вопрос. Они говорят: да, это после войны запретили. Это вот такой вот расхожий ответ. И я говорю, это высокоподготовленные люди так отвечают. Не просто, как говорится, студент какой-то или провинциальный, так скажем, с областного города музейщик. Нет, это отвечают люди, которые занимаются в столицах вещами культуры. А в чем, как говорится, суть-то? Что они неправильно говорят-то? А неправильно они не то, что неправильно говорят, что в действительности у нас Ергу, свастику у нас запретили в ноябре 1922 года. И запретил у нас небезызвестный всем нам нарком по культуре, по просвещению. Я его называю нарком с пулеметом в голове, товарищ Луначарский. Это было ноябрь 1922 года, когда еще шла гражданская война, когда еще лилась кровь братская. Вот, уже, как говорится, начинали приниматься решения по борьбе с духовными началами. Ну, они с момента прихода большевиков, коммунистов, начали, говорят, приниматься. Но вот здесь мы вдруг обнаруживаем, когда углубляемся в историю вопроса, видим ноябрь 22 года. И тут вот возникает, вот, так скажем, сразу вопрос: а почему, как это так? А что было основанием? Хотя к этому времени и советские деньги были с яргами, и печати с яргами были, и вообще до 30-х годов, даже после этого запрета, он полную силу-то так, скажем, и не приобрел достаточно полную. Вот. Ходили на шествия октябрьские, на всякие, так скажем, другие шествия по городу коммунистические, с этими знаками ходили, и вдруг его запрещают. Это вот вопрос, как говорится, сразу ставит, сразу переводит рассуждение нашего в плоскость не только внешнюю, но в плоскость внутреннюю, в плоскость духовную, чем этот знак помешал и почему он помешал. И вот здесь, конечно, мы видим вопрос сокрытия. Почему об этом у нас не знают люди, так скажем? Многое мы знаем, во многих вопросах мы просвещены, а вот такой простецкий вопрос, говорю, даже высокий уровень профессорско-преподавательского состава, он просто, как говорится, сразу... Но зато мы все это вот на таком уровне, как говорится, такие люди отрицают. Да, и туда-сюда, это плохой знак, и так далее, и так далее. То есть, вот, получается, так скажем, плохо получается, что не знаем культуры и не знаем, как говорится, истории культуры. Это вот пробелы советского воспитания. И если мы уж будем говорить о загадках и сокрытиях, которые вот советская власть предпринимала, то, допустим, возьмем мы вот город Петербург, вторая столица, имеющая прекрасное зодчество в городе, всемирно известное. И если мы сегодня посмотрим, как охаивается вот Ерга, как охаивается свастика, и вдруг мы видим, что, допустим, заходим мы
Ну, куда? Заходим мы в город Петербург, заходим мы в его середину. И видим дома 17-го, там, 18-го, 19-го столетия. Ну, 17-го столетия, как говорится, построек мало сохранилось практически. Очень они редкие. Вот. Ну, в основном 18-19 век. И вот жилые дома, очень много с ергами. Как только поднимаешь немножко взгляд выше первого этажа, видишь, что очень много домов. И что тогда получается? Ну, я вот насчитал свыше 100 домов таких в середине города идут. Как говорят, на улицах они стоят и до сих пор охраняются государством, естественно, такие дома. И что тогда получается? Получается, что у нас тогда глава, стоящий во главе, глава города, получается, что он как бы нацист. Будь то это нынешние губернаторы, будь то старые губернаторы, Валентин Иванович Матвиенко, что он это главный нацистка, получается, в Петербурге была, или нынешний губернатор, сударь Полтавченко. Вот. А давайте посмотрим на наш главный храм, который стоит, Исаакиевский собор. Заходим, смотрим, поднимаем голову, смотрим на алтарную плиту и видим, к удивлению нашему, если мы обращаем внимание на узоры, алтарная полоса узорная вся из яргов состоит. А если мы опустим глаза вниз, то мы увидим, что метровыми яргами уложен пол Исаакиевского собора. И так во многих храмах города Петербурга. Тогда что получается, что митрополит Санкт-Петербургский, кто там сейчас у нас новый, что тоже получается нацист, да? Тоже нацизм проник, как говорится, в русское православие. Удивительно. А идем дальше, заходим в наш музей. Ну, давайте зайдем в главный музей Эрмитаж, где у нас руководит товарищ Петровский. Так там во многих очень помещениях и потолки, и полы, и стены, и лестницы все в яргах. Диву даешься. Тогда получается, что у нас тоже Петровский главный нацист, один из главных нацистов. То есть вот мы получаем троицу, светскую власть, так скажем. Мы получаем церковную власть. Я уже не говорю там про буддийский храм, который у нас там стоит. Вот. Мы получаем, так скажем, музейную, научно-образовательную, так скажем, власть тоже, занимающая образованием. И все они вдруг нацисты у нас ходят. Вот хотите верьте, хотите нет, но то, что я говорю, вы можете, как говорится, ринуться все вдруг завтра в музее, и поднять все головы, и вы это увидите. И это не только в Петербурге. Вопрос в том, это во всех, как говорится, старинных городах, во всей нашей русской славянской культуре, во всех вещах, во всей утвари, мы везде находим вот эти знаки до настоящего времени. То есть вот, и в общем-то, журналистика, средства массовых извещений, средства повсеместных извещений, которые у нас вроде бы должны нести свет людям, они об этом молчат, не говорят. То есть вот здесь мы видим сокрытие, большое сокрытие того культурного пласта, знакового пласта, на котором стоит наша народная культура, русская культура, восточнославянская культура. То есть все виды культур, которые существуют, которые в науке обозначаются, во всех пластах этой культуры присутствует этот знак. Я могу дальше говорить о старообрядцах, о царских родах, о княжеских родах, где этот знак также присутствует. То есть вот сокрытие, мы встречаемся вот с такими вещами. И что интересно, что вот за... С 1922 года и по 2015 год мы сегодня имеем две, так скажем, два документа государственного значения. Это письмо наркома по просвещению Луначарского, который запретил. И мы имеем письмо Роснадзора, от год назад он выпустил, в 2015 году, где государство обратилось к этому знаку и объяснило,
что, так скажем, если человек идет в рубахе, в шушуне, в шушпане, в паневе, с этими знаками, или в кичке в рогатой и на лбу светится ерга, то это не считать знаком демонстрации нацистских знаков. Вот это вообще удивительный документ, который я просто советую всем слушателям найти в интернете, так скажем, письмо Роснадзора от апреля 2015 года, по-моему, или 9 или 15 апреля она издана и вывешена на сайте у них. Ну, посмотреть вы найдете. И вот там это объясняется. Таким образом, мы видим, что вот тот обман, который совершался у нас все советское время и первые десятилетия, уже после советского времени, сегодня государство отошло от этой позиции. Сегодня государство заняло взвешенную позицию в этом отношении. И вот это очень нас радует, людей, которые, так скажем, все же всех людей радует, что государство ищет опоры в собственном народе, в собственной культуре, а не заглядывает, так скажем, в культуру Запада, которая сошла на путь пидорастии, на путь, так скажем, извращения всех отношений, которые складывались тысячелетиями в народах Европы. И давайте поговорим, как говорится, ближе к нашей теме. Это вопрос, который мы обозначили. Это, опять же, он такой, так скажем, полускрытый. Хотя в науке много трудов по этому вопросу существует. Академическая наука, университетская наука. И в советское время этими вещами, как говорится, занималась. Это вот где находится самый древний знак Ерги. Где он обнаружен? В каком месте? В какое время? В какой земле? Кем? Оказывается, что наидревнейший ергический знак обнаружен у нас в России. Это Черниговская губерния, село Мизинь. И поэтому селу названо археологическое, так скажем, археологическое открытие, археологическое, она названа Мизинская стоянка человеческая. И возраст ее определен 22 тысячи 17 тысяч лет до нашей эры. И вот на этой стоянке, это, если говорить, так скажем, нерусским языком, верхний палеолит, на этой стоянке найдено достаточно большое количество птичек, браслеты, другие изделия, где они очень сделаны с высоким искусством, и на них нанесены ергические знаки. Собственно говоря, вот это самое древнее место, самое древнее время, где бытовали вот эти ергические знаки. Птички, браслеты, изготовленные из костей мамонта. Об этом впервые это было обнаружено в конце 19-го столетия. Это мы найдем в соответствующих трудах. А затем это было помещено Городцовым, выдающимся русским археологом, в его работах, и было помещено в первой советской энциклопедии, вышедшей в 29-30-х годах. Вот почему я и говорю, что Луначарский много запретил, но наука как бы продолжала вот эту линию до тех пор, пока словистика, академики-словисты не были расстреляны, а десятки, сотни ученых не пошли во след им и, собственно говоря, были разогнаны, сосланы, посажены в дурдома, кого не успели закопать, так скажем, в братских могилах. Вот. А до 30-х годов, в общем-то, это дело, об этом писали. Но вот сегодня, когда мы касаемся этого вопроса, то у нас звучат там какие-то другие страны, какие-то там другие земли, только не Россия. А до 1917, до 1930-х годов об этом знал каждый студент исторического факультета, который учился на археолога, на учителя истории, вот, который после прихода коммунистов к власти лет 17
была под запретом, ее не преподавали вообще в школе, по-моему, 14 или 15 лет ее вообще не преподавали. Вот, и, в общем-то, это было открытым знанием. Дальше мы, если идем по землям, так скажем, нашей Руси-России, то мы видим, что есть такая культура, трипольская культура, достаточно известная, и она располагается, если взять современные земли, то это Румыния, Молдавия, Украина, вот, как говорится, в этой округе. Возраст ее от 5000 лет до 3000 лет до нашей эры. Ну, там есть определенные разбросы в оценках ученых, в датировках, но где-то в этом времени. И трипольская культура, она хорошо разработана, она достаточно, советские ученые, румынские ученые и другие участвовали ученые, очень ее хорошо, скажем так, изучили. И там огромное разнообразие иергических знаков. От, как говорится, образцовых классических яргов свастик до живописных. А что интересно, многие ученые, академические ученые, университетские ученые считают трипольскую культуру праславянской. Поэтому вот здесь мы не можем говорить, что мезеньская эпоха, там, которая 25 тысяч лет, можем сегодня, так скажем, верхней границей или нижней границей определить, вот, что она там относилась там, к какому-то народу, это просто невозможно говорить на сегодняшний день, по сегодняшнему развитию науки, пока она не позволяет. Хотя уже наука подходит к этим вопросам с точки зрения, так скажем, по ДНК методам определять. Но трипольская культура уже определяется. Но место-то одно и то же, собственно говоря. Земля-то одна и та же. Дальше, если мы будем смотреть, я не называю другие земли, в общем-то, где уже во времена трипольской культуры, в тех же землях, где сейчас находится современный Ирак и Иран, там тоже находят, к этому времени тоже ярги находят, и тоже очень искусно сделанные. Но мы сейчас говорим о единой линии, которая прослеживается на землях, собственно, России, на тех землях, на которых раскинулась Россия-матушка, наша родная земля. И вот есть такая культура, хорошо изученная, срубная культура, которая располагается по Волжье и до Урала. В ней находятся иергические знаки. Она соотносится с праславянами. Андроновская культура, которая находится от Урала и дальше, и здесь, как говорится, в краях уральских и сибирских, по временам она определяется как 2000 лет до нашей эры. Огромное разнообразие. Просто огромное разнообразие материалов, которые покрыты, здесь уже можно говорить, и яргами свастиками. Потому что утверждается, что это Ирана, арийцы, культура создана отчасти и предками скифов и сарматов. Вот. Это Павел просто... Иванович, давай да? прервемся на музыкальную паузу. Давайте. И потом после этого будем разбирать тему, продолжать. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 6 мая 2016 года пятница, по одному из старинных 25-й день месяца пассива наречения 7524-го лета неделя. Мы говорим про яргу и свастику, смысл этих понятий, этих символов, и главный соведущий Кутеньков Павел Иванович нам об этом рассказывает. Я сбрасываю в чат изображение
иллюстрирую слова Павла Ивановича, сбрасываю, но уже сбросил достаточно много изображений, которые говорят, подтверждают, вернее, его слова о том, что свастика – это невыдуманная, и ерга – это невыдуманное нацистами какое-то изображение. Это древнейшие символы. Вот здесь из андроновской культуры, и там из Аркаима уже посбрасывал, и из других мест. И в том числе, вот здесь, я думаю, о чем будет говорить, есть нашивки РСФСР со свастикой воинов, есть добровольческий корпус, который в гражданскую войну воевал, есть былины, есть купюра 250 рублей, мозаики с фильмов, которые шли довоенные черно-белые еще фильмы, вот как раз там, насколько помню, Иван Грозный, там как раз вот монах или митрополит, сейчас уже не помню кто, со свастиками на своем головном уборе. Также фреска, не фреска даже, а объемное изображение с разбитым, ну, видимо, где-то там в южных странах разбитое лицо, но одеяние сохранилось, там свастики видны, кувшины, вазы, в том числе и финский символ финской авиации здесь сброшен, и много-много чего другого. Так что, если вы еще не в чате, то завидуйте тем, кто это может лицезреть и убедиться в правоте слов Павла Ивановича. Пожалуйста, продолжай. Спасибо. Спасибо за поддержку такую, так скажем. Но здесь, я думаю, конечно, люди могут убедиться. Сейчас интернет есть. Но вопрос в том, что эта книга, мои работы – это научные работы. И они проверяются научным сообществом. А это, в общем-то, конечно, это не интернет. Это, так сказать, лицензирование на серьезном уровне. Поэтому тут, собственно говоря, я думаю, когда мы говорим о научной стороне, тут все ясно и понятно. Если это, так скажем, не сокрыты какие-то вещи, только могут быть какие-то сокрыты или по умолчанию, или как-то. Когда мы, я сейчас тоже коснусь этого вопроса, когда мы касаемся каких-либо вопросов, пишущие братья, будь то она журналистская, будь то она, так скажем, исследовательская, академическая или какого-либо уровня, она знает, как можно написать, и чтобы, как говорится, так скажем, и не сказать, и умолчать, вот, и рассказать, вроде бы все, и в то же время ничего не сказать. Это есть такие приемы, но научный подход, он, собственно говоря, направлен на познание истины, а это главное, вот это, что приближение к истине, это главное есть в науке. Познание, оно бесконечно, мы можем бесконечно приближаться, но мы должны приближаться к истине, а не уводить в сторону от истины. Ну вот давайте продолжим нашу тему. Итак, андроновская культура, она насыщена этими знаками. Рядом с ней соседствовала тагарская культура, первое тысячелетие, где-то первое тысячелетие, начало нашей эры. Тагарская культура тоже насыщена этими знаками, она располагалась в районе реки Енисей. Вот. Ну, это родственные культуры. Вообще, в эти времена, второе, первое тысячелетие, начало первого нашего тысячелетия, вот на просторах, где раскинулась андроновская культура от Урала до Казахстана и туда дальше, как говорится, по всей Сибири, в общем-то, здесь много других культур затем образовалось. Скифские, сарматские, савроматские, сакские, вот, или где племена называют их, такие вот племена, индоевропейские племена, так скажем, обозначим, давайте это почетче скажем, это индоевропейские племена, к ним наука все время применяла понятие арийцы, вот, арийские племена, и у них везде, как только мы открываем работы ученых, которые занимаются исследованиями этих древних культур, древнейших, древних культур, мы видим всегда эту ергу или свастику. Почему я говорю здесь ергу или свастику? Потому что, ну, свастика это все же чисто, так скажем, ирано-арийское, индоарийское название, ближе индоарийское, а ерга – это все же славяно-арийское название. Позволь слово одно вставить. Дело в том, что вот здесь вот есть все-таки некоторое разночтение с тем, что ты говоришь. Почему? Потому что есть в русском языке такие слова, как «свадьба», «сваха», «сват». Вот «свадьба» – это «сва». Это понятно, что такое, да?
это с небес. Де – деяние, б – богов. Свадеба – небесное деяние богов. Сва – стика, с небес сошедшая, сбежавшая. Сваха, то есть небесами утверждающая. Поэтому, если мы говорим то, что в учебниках написано, то да, нас приведут и в санскрит, нас уведут и в Индию, и к древним арийцам, которые жили южнее. А если мы просто разберем, что у нас есть и матерь Сва, то в этом случае поймем, что Сва – это все-таки небесная матерь, Сва – это небеса и так далее. Получится, что свастика – это небесное движение или с небес сходящее что-то. Вот, так что тем ученым, которые все время отсылают нас к арийцам, можно сказать, а к арийцам откуда это пришло? К тем арийцам, которые сейчас вот это, они туда нас отсылают. С позиции все правильные, то, что ты сейчас говоришь, это все правильно, но я вот лично основываюсь на том, что в народной культуре исследователями, и которые работали до нас, допустим, до нынешнего поколения исследователей, вот, в 19-20 столетии, и сегодня мы работаем, и другие работают, много людей. И, в общем-то, пока нету записи о том, чтобы где-то в каком-то уголке нашей великой России-матушки или там в других краях, где проживают славяне, чтобы было вот этот знак обозначен этим словом. Мы будем, я думаю, в передаче в следующей, наверное, говорить об этих вещах. Это потому что отдельная тема, но такое слово не обозначено. Хотя, естественно, корень «сва» – это общий индоевропейский, общеарийский корень. Он присущ славянам, и смыслы они есть, но как знак, как изображение у нас таким его не называли. Поэтому вот я так и говорю. Ну, давайте продолжим. Итак, вот скифы появляются у нас где-то, скажем, там в первом тысячелетии до нашей эры, на больших просторах, опять же, начиная от Урала и до сердца Европы. И у скифов очень много вещей, которые имеют изображение Ерги. В различных изображениях, так скажем, на различных вещах. Затем у нас появляется в истории, так скажем, культуры, это сарматы, скифо-сарматы. Чуть попозже они появляются, там второй век до нашей эры. И живут они, так скажем, там тоже где-то захватывают, уже нашу эру захватывают несколько веков. То есть вот они вроде как бы и совместно с скифами, и в то же время они отдельно живут. Но, в общем-то, это древние праславянские племена. Сегодня это уже многие ученые признают это. И вот у сарматов вообще этот знак, когда ученые определяют, что вот это чисто сарматская культура, то там просто огромное разнообразие этого знака. И что интересно, когда я просматривал, изучал, исследовал труды, которые написаны про сарматов, кто-то, некоторые пишут, а вот у сарматов этого знака Ерги, свастики у них нету. А тут же в это же время выходят, как говорится, десятки книг ученых, как говорится, которые выкладывают просто материал, блестящие материалы, где Ерга и на оружии, и на конском снаряжении, и на головных женских уборах, и на зеркалах, ну, вообще, собственно говоря, куда, говорится, ни кинь, везде светится эта Ерга. То есть вот вопрос сокрытия, так скажем, принадлежности сарматам и скифам Ерги, это тоже предпринимались вот эти усилия, и давно предпринимается, пытается внедрить. Но люди, исследователи, которые хотят, чтобы, так скажем, не плевались им во след, как говорится, когда они уходят в иную жизнь, да, и их потомки не плевались за их труды, они, конечно, эти вещи просто, они, если, так скажем, не отрицают, то они не, если они не показывают, то, по крайней мере, не отрицают. А многие, очень многие, просто, как говорится, целые толстые труды академические, где показывают, что вот сарматские зеркала с богатейшими ергическими изображениями. Просто поражает. Ну, я назову такую работу такого исследователя, как Соломоника, который по сарматам издал очень хорошую работу, и где выложен большущий материал по ергическим знакам. В это же время в Европе
существуют в первом тысячелетии до нашей эры этруски, Апеннинский полуостров, ну просто изумительные. У них культура сама по себе, а ее многие считают одной из ветвей прославянских. Вот, чисто даже как бы премия от по созвучию и по другим вещам какой-то близко восточным славянам. Но у них, если мы посмотрим работы и зарубежных исследователей, наших исследователей, у них очень много вещей. И это печатается с 19 столетия. Очень много вещей с яргами, очень много. И некоторые начертания ярги такие, так скажем, вот самобытные, и что видишь, что они, ну, родились не просто так, что они несут особые смыслы. И вдруг их видишь у этрусков, и видишь их на той же Смоленщине, у тех же смолян, как говорится, 8-9 век до нашей эры, по раскопкам, которые ведутся на Смоленской земле, племени смолян. То есть вот это такие вещи, параллели такие, как говорится, они уместны проводить. Ну вот самниты, сабины тоже, это уже считается чисто такими славянскими племенами, где-то, скажем так, 4-й, 2-й век до нашей эры воевали они, так скажем, с римлянами, вот, успешно, и у них ихнее вооружение, ихний вечный материал тоже покрыт яргами, такими красивыми, мощными, сильными, и видно, что они наделяются смыслами, эти знаки. То есть мы протягиваем ниточку, если мы начинаем отталкиваться вот от мезеньской палеолитической стоянки, то мы протягиваем ниточку до нашей эры, и в нашу эру, как говорится, уверенно входим, достаточно такой вот непрерывной нитью культурных пластов, которые мы можем увязывать как с прямыми, так и непосредственными предками восточных славян и вообще славян. И везде там мы видим ергу. Я не буду дальше рассказывать про культуры археологические и древние культуры славянские. Они хорошо описаны в трудах, как говорится, и советских археологов, и современных археологов. Там мы везде находим эту ергу. То есть она протягивается нить до современности. Поэтому мы сейчас давайте с вами остановимся на вопросе происхождения, происхождение вот этого знака, о чем мы говорили в начале. Откуда вообще это знак, откуда? То есть вот у него такая глубокая история, богатая история, что если мы дальше посмотрим, что практически все индоевропейские народы, все белые народы и народы, как говорится, всех рас, и, ну, у черных, может быть, не находят, а там у всех, у финно-угорских народов находится, в Америке, как говорится, южно-северной, у древнейших племен они находятся. То есть этот знак характерен для всех культур, для всех материков Земли. И возникает вопрос естественный, а природа этого знака, так скажем, как он порожден, этот знак? Кто его породил? Почему к нему такое вот пристрастие народы мира питают, культуры питают, что они его выносили на изображение своих богов, на изображение своего оружия, своих храмов, своих святынь? Вот это очень такой интересный вопрос, и, конечно же, наука этим вопросом задалась не сегодня и не вчера, а это еще с 19 столетия уже шел такой интересный разговор среди ученых, как на Западе, так и в русской научной школе. Ну, я хочу сказать, что вот если мы оттолкнемся от ближайших, так скажем, наших, как говорится, коллег, то мы увидим, что в советское время выдвигалась такая
такие предположения по происхождению, как материалистическое происхождение, что это порождение человеческого мышления. Ну, вот это в советское время, там Соболев такой был ученый, он высказывал в 1934 году. Я думаю, иначе он мог в то время иначе не мог высказываться, потому что все иные высказывания по этому вопросу в то время влекло за собой, собственно говоря, или Колыму, или Соловки. Это в лучшем случае. А так лучше, как говорится, Левашовский. У нас тут есть уголок, где просто вывозили, расстреливали без суда и следствия. Поэтому, я думаю, вот это породилось. Породило время вот такое мнение. Очень интересно, в советское время об этом высказывал Рыбаков Борис Александрович, будучи, как говорится, ведущим ученым с мировым именем, славистом. Он сказал, что Ерго, естественно, не обошел, хотя он сам про него писал немного, но он давал высказываться всем своим ученикам, всем своим коллегам и очень широко. И он считал, писал, что это наследие старинных культов. То есть вот такая позиция очень широкая и достаточно правильная. То есть это старинный культ, то есть связано с божественным. Подобной позиции придерживался известный исследователь знаков, линейных знаков в первую очередь. Это Иванов, такой представитель академической науки. Вот он про узоры вообще говорил, не в частности про Ергу, а вообще про узоры, где Ерга в этом ряду находилась, что это порождение, независимое от воли человека. Очень вот такое, так скажем, обобщенное и, в общем-то, так скажем, интересное высказывание. Но он отрицал материалистический подход этим своим высказыванием, но его просто сводил на нету. А Иванов, это его работы сегодня пользуются, как говорится, несмотря на то, что они созданы, как говорится, в эпоху такую, когда все и все практически запрещалось. Вот такое высказывание, у него оценка знаков, он отошел от марксизма-ленинизма в этом вопросе. Это явно, как говорится, не с той области. То есть можно сказать, что вот ведущие ученые, они говорили, что узор сам знак, линейный знак, где Ерга, в том числе, говорится, это наследие, очень древнейшее наследие индоевропейское, арийское, славяно-арийское. Если мы коснемся начала изучения этого знака, оно, надо следует признать, что было начато западной научной школой. Вот. Это так. Ну, и здесь они занимали позицию, что арийцы пришли в Европу с востока. Это вот такая была линия. Все 19-е столетие она развивалась учеными и Англии, и Франции, и Германии, и Италии. Собственно говоря, вся Европа, ведущие научные школы, так скажем, вот эти государства, они были, в общем-то, практически едины, что индоевропейцы пришли с востока. Ну, часть в Индию ушла, а часть как бы сюда. Или даже говорили так, пришло вот с тех мест, где находится Иран. Это вот оттуда все, так сказать, колыбель индоевропейской культуры, арийской культуры была. А, соответственно, оттуда и пришел этот знак. Раз арийцы пришли оттуда, это арийский чисто знак, и мы все арийцы, европейцы, за исключением этих самых финнов и румын, венгров, то, значит, и знак пришел оттуда. И поэтому происхождение знака стали искать в индуизме. И так как, так скажем, Англия, Индия была колонией Англии, то Англия там хорошо работала, западные ученые там работали, и они стали распространять такую идею, что это вот у них обряд существовал, может быть, и сейчас он существует, добыча священного огня с помощью двух палочек,
которые две перекладины, вбивались, как говорится, землю гвоздями, забивались, делали им загибы, потом вставляли сверху еще палочку и добывали огонь. И вот, мол, вот эта палка, это и есть, они ее называют свастикой, значит, вот это вот, собственно говоря, это произошло вот, вот именно вот от такого сооружения. Но когда стали разбираться дальше в этом вопросе, то оказалось, что да, вот этот крест, вот этот вот с загнутыми концами называется свастикой. Дальше, ну, она как бы сама свастика, это богиня считалась у них в индуизме, одна из богинь. А вот перекрестие, там дырочку делали для вставления проманты дерева вот этого, с помощью которого вращали, добывали огонь. А вот это отверстие называли майей. А это уже божественная сила. Это уже божественная сила. Это большая такая сила, так скажем. Это уже само имя, само как и свастика, относится к божественной области. И майя, такой вот содержательный по пониманию. А вот то, что вставляли, проманта, это, собственно говоря, это образ, у них еще называется лингам. То есть это пичуга, по-русски говоря, или мужской член, да, если к человечеству относить. Но они называли его лингам, савитаром, это творящий савитар, это уже творящая божественная сила, солнца. А ну и в то же время лингам – это знак Шивы, это верховный бог. То есть вот когда мы начинаем углубляться с вами в понимание вот то, что происходит на этом орудии, в этом обряде, то мы видим, что здесь задействованы высшие божественные силы. И верховный бог, и его творящая сила майя, так скажем, да? И сама мать свастика. Вот. То есть, оказывается, нет, это не простые палочки. То есть, это связано с божественным миром. Вот сегодня мы приходим к такому пониманию. Это вот и отсюда порождается вот это понятие само и знак вот этот. То есть его концы загибали не просто для того, чтобы закрепить, а показать движение, направление движения, что это явление движения, божественное движение. Потому что просто могли сделать, если для того, чтобы просто добыть огонь, ну, как в русских деревнях брали, говорят, две палки, да их это самое, друг от друга терли, и вот, пожалуйста, появлялся огонь, так скажем. Ну, много способов у славян записано получения вот этого священного огня. А у них вот, собственно говоря, придавалось ему... Ну, те же смыслы, но они уже непосредственно связывались с верховными, как говорится, божественными силами и самим Творцом. В это же время, так скажем, на рубеже 19-20 столетия в русской научной школе был такой ученый Бобринский, граф Бобринский. Он много занимался узорами, знаками, и он приходил к мнению, обосновывал, что так как он знал достаточно хорошо русскую народную культуру и наблюдал много там иероглифических знаков разнообразных, то объяснение, допустим, что, ну да, в Индии так, вот, вот это влево, это вправо, говорит, это свастика, это сувастика, саувастика, а, извините, у восточных славян такое огромное разнообразие этих знаков. Как же объяснить? И он объяснял, как говорится, соглашаясь и развивая идеи одного из немецких ученых, что свастика происходит от вида, внешнего вида полета весенней птицы, от прилета весенних птиц. И вот так как они могут быть, как говорится, ну, они могут лететь по-разному, махать крылами по-разному, и поворачивает голову по-разному. Вот он рисует эти изображения и в условных начертаниях связывает с большим разнообразием яргов. Вот это такая идея, она, как говорится, и германцами, и русскими учеными развивалась. Это еще один, еще одна концепция этого, появления этого знака.
Следующая концепция в это же время, рубеж 19-20 столетия, ну, развивал такой ученый Норцев, ну, не он один. Это знак письменности. Знак письменности. Ну, Норцев возводил это грекам. Вот четыре буквы «Г», если соединить, то получится «Ерга», «Свастика». Вот. В общем, вот так он говорил. Но, с другой стороны, если сегодня мы посмотрим, что у нас есть в азбуке такая буква «Хер», и посмотрим на изображение хера, который в азбуке, допустим, 17 века, то мы увидим, что там у него в конце у этой буквы все загнуты в одну сторону, в правую сторону. То есть, извините, это никак не связано с греками, а вот с нашей азбукой это связано. Ну вот Норцев об этих вещах говорил, и, собственно говоря, я тоже об этих вещах говорю. Есть еще концепция происхождения знака от человеческого образа. Придерживались, русская научная школа придерживалась в этом отношении, давала пояснение, что положение человека, может человек принимать положение ерги, размещая определенным образом руки и ноги. И вообще это связывалось со светом, не просто с телом человека, а со светом человека, излучающим. Вот такая идея есть, она в науке описана. Широкий круг ученых в 20-м столетии придерживался концепции, что ерга – это знак солнца и огня. Ну, Павел Иванович, музыкальная пауза. Давайте, хорошо. Водички хлебнем пока, да? Отдохнем чуть-чуть. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 мая 2016 года, пятница, по одному из старинных 25-й день месяца посева наречения, 7524-го лета неделя. Мы говорим про яргу и свастику, какой смысл в этих понятиях, в этих изображениях, откуда они появились, какие есть версии на их происхождение, где их больше, где они изображались. В общем, вот такой интересный у нас вводный идет курс введения в ярговедение. Вот. И Кутенков Павел Иванович, главный соведущий, он нам об этом все подробно рассказывает. Задает вопросы, здесь я очень много набросал изображений в чате, про свастику, про ергу. И, как видим, она применялась и в христианстве, и до сих пор применяется, и вышивки многие, и на зданиях культурного назначения очень-очень много. Не успели еще некоторые, нет, другие это все подтереть. И количество изображений и видов огромнейшее. Так что вот интересуйтесь, как говорится, да, представится перед вами. И задают вопрос, а где посмотреть подписи? Ну вот смотрите, когда вы ищете в поисковике, то, как правило, на странице, те, которые серьезные издатели, не просто так что-то там набросали, там подписываются. Вот это вот изображение там в Киевском соборе, вот это изображение в Московском, вот это в Питерском, вот это там-то, там-то, вот это на полу здесь, это на здании таком-то, это на одежде такого-то, это вот на, у ремесленников и так далее и тому подобное. То есть, если вы захотите более подробно это все узнать, то перед вами все откроется. Если вы просто как наблюдатель, ну тогда и просто наблюдайте. Итак, продолжаем. Итак, уважаемые сударь и сударыни, да, с определенного времени развивается такое научное направление в знаковедении, которое называется ерговедение. Оно положено исследователями, которые работают в русле русской научной школы, в том числе, собственно говоря, и ваш слуга Кутенков Павел Иванович. И вот... Следующая концепция происхождения – это порождение советского времени, чисто материалистическое. Это мамонтовое происхождение, что ерга, потому что надо было объяснять, допустим, как это так, вот 25 тысяч лет до нашей эры ерга
в таком красивом виде, на браслетах, на женских, на, ну, может быть, мужские, это сложно сейчас сказать, вот, на птичках, которые явно, так скажем, искусно и несут какой-то смысл. И вдруг там так, такие красивейшие юридические изображения. Как же это так? Откуда у столь, так скажем, столь глубокой древности, глубочайшей древности вдруг вот появилось? Откуда это порождено? Ну, тут я думаю, что советские ученые поизгалялись, и они сказали, так вот поймали мамонта, как говорится, скушали его, стали срезать кость, и вот на срезе появилось вот такое изображение. И вот ряд ученых, ну, собственно, Бибикова, вот такую идею выдвинула, но когда сегодня стали проверять, и ее, ну, наука, это есть наука, это то, что можно проверить, в общем-то, пощупать в большинстве случаев. Если один ученый, как говорится, написал, второй может повторить или проверить. И вот когда стали проверять сегодня современные исследования, то оказалось, что когда кости хобота мамонта срезают, то там нету таких, так скажем, изображений. То, что нарисовала Бибикова. То есть, в общем-то, получается, по современным исследователям, это была ложь. Но, тем не менее, сама идея, так скажем, подтверждалась. Тем не менее, мы же, в общем-то, не должны обвинять Бибику в чем-то. Мы ее и не обвиняем. Она, как добросовестный исследователь, работала, пыталась выдвинуть свои концепции. Вот, ну, так сказать, то, что сегодня не подтверждается одно, но она сама развивала идею древности этого знака, и мы должны должное отдать ей в этом, так скажем. Она просто молодец, что в советское время выдвигала вот такую идею, ее пропагандировала, и люди обращали внимание на это, что знак-то очень древнейший. Вот ведь вопрос здесь в том, а не то, что она пыталась увести в сторону. Это уже вот, так скажем, я думаю, это были, так скажем, такие подспудные научные движения, сокрытые под благовидным материалистическо-ленинским, так скажем, марксистско-ленинским пристальным взглядом, чтобы не заподозрили и не дали, как говорится, направление под березом. Развивалась идея родовых знаков. В советской науке доказывалось, обосновывалось, показывалось, что вот родовые знаки у народов различных, они у многих существовали, вот, у индоарийцев они существовали, как говорится, у индоевропейцев. Вот этот родовой знак развивался, и вот, пожалуйста, получилась ерга. Такая идея есть, она имеет место быть, но она, собственно говоря, наверное, все же не это самое, не преобладающее, потому что она все не объясняет. Есть идея, которую озвучивает Роман Владимирович Багдасаров, это солнечная космическая картина неба, которую наблюдали предки индоевропейцев, которые жили на севере там 8-9 тысяч лет до нашей эры. Они наблюдали картину звездного неба, видели там определенное перемещение звезд, и под воздействием вот родилась вот идея начертания этого знака, потому что это было очень важно для людей. Вот такая идея она есть, она совершенно, как говорится, объяснимая, она совершенно проверяемая, очень хорошая идея, и достаточно принимается широким кругом исследователей. Ну, тем более, как говорится, считается сегодня, Светлана Васильевна Жарникова доказывает, что восточные славяне, славяно-арийские племена пришли с севера, одна из родин. Вот, так что это вот с других сторон подтверждается эта идея. Есть идея, сегодня выдвинута идея учеными, это клеточное, так скажем, порождение, что само зарождение жизни человека, она связана с клетками, с ДНК, и вот ДНК, оно имеет образ ерги, четырехконечной, то есть образцовая вот такая ерга, ДНК, и вот смотрят ее под большим увеличением, вот вам, пожалуйста, ерга. Да, это имеет место быть, так скажем, и от этого мы никуда не денемся, что это так и
Ну, так есть в действительности. Любой исследователь, который имеет возможности наблюдать ДНК, он может ее увеличить, посмотреть и увидеть там ергу. Это тоже, в общем, очень сильная такая концепция, которая вообще многие вещи объясняет, почему люди любят этот знак. Не только что арийцы любят, но его этот знак любят и финно-угры, и чукчи, и венки, там все, так скажем, сибирские народы, это и на Кавказе распространено, ну, во многих народах, и в Средней Азии это распространены эти знаки, вот, ДНК, потому что такое, а любой знак, если углубляться в явление знака, особенно линейного, он имеет способ воздействовать на человека. Вот, видимо, здесь эта концепция проявляет нам вот этот вопрос. Есть еще концепция, которую, так скажем, прописываю я в своих работах, это происхождение от, когда у нас человек начинает зарождаться, то его положение вот зародыша это в виде ерги, двойной такой ерги. Вот ерга же она не только линейная, она же в разных изображениях и в виде зверей, и в виде животных, и в виде птиц, и людей. Вот, а есть в виде капелек. И вот две такие капельки, они в круге, я называю яр и ярь, кому-то больше знакомо как инь и янь, вот, зародыш образует вот это яр и ярь. На определенном, так скажем, своем развитии он видится так. Вот это то, что такой есть вариант, и он говорит о жизненности, потому что это у многих народов, и каждый народ мог прийти сам к этому пониманию явления. Все наблюдали, и это есть не только в человеческом творении, как говорят, жизни, но это зародыши, такой, как говорится, путь проходят и те же, как говорится, животные. У них то же самое наблюдается. То есть есть много концепций, которые убедительно говорят о том, что ерга – это не случайное явление в человеческой культуре многих народов, а что и природа человека естественная, и духовная природа человека говорит о том, что этот знак сильный знак и порожден различными явлениями нашего бытия вот в этом мире. Поэтому нет ничего удивительного, что, собственно говоря, это знак жизни, добра, света, знак отвращения несчастья, знак лечебный, знак, дающий уверенность человеку в жизни. И поэтому он пользуется уважением многих людей. А вот те силы, которые стоят на позициях тьмы, для них он знак этот неприятен. Потому что это знак победы света над тьмой. И они предпринимают все усилия, сегодня они предпринимают все усилия, чтобы этот знак опорочить. Ну вот, собственно говоря, я думаю, для нашей первой беседы я бы хотел заключить вот такими словами. Вот основной материал. А дальше давайте, если будут вопросы, то мы на них постараемся ответить. А вопросы будут. Здесь уже наброшено очень много информации в чате, помимо вот, как я говорю, иллюстрации. Пока ты занимался делом, я от безделия, слушая тебя одним ухом, другим глазом наблюдал, что происходило, а еще одним глазом смотрел, что же там у нас связано с ергой и свастикой, и очень много сюда набросал информации. Так что, если вдруг под рукой нет твоей книги, то хотя бы вот можно... У меня мои книги под моей рукой. Ну, понятно, твои-то книги у тебя, ты счастливый человек. Не у всех твои книги пока еще под рукой есть. А скажи, пожалуйста, вот книга, про которую ты говорил, давай с этого начнем. Ее где-то можно приобрести, где вот на самом деле приводились бы вот эти фотографии или рисунки, или какое-то изображение, чертеж, о чем ты говорил, вот на кувшинах, там еще где-то. Да, я сейчас хочу сказать следующее. Значит, вот ергосвастика, знак русской народной культуры, это вот издание университета Герцена. Ну, во-первых, она уже, хотя несколько раз ее издали, ее же не продаешь. Но она есть в интернете, выложена на многих, как говорится, страницах, ее можно скачать. Вот. В продаже ее давно уже лет 5 нету.
так скажем, и пересдать мы ее не можем. Вот. Хотя интересно, хотя книга просто важная, конечно. Не то, что интересно, просто людям ее нужно всем знать, кто хочет хотя бы чуть-чуть быть образованным в этих вещах. Вот. Но я думаю, книга Багдасарова тоже в этом вопросе, она была ударная, так скажем, когда силы света пробили тьму в этом отношении и проложила дорогу всем нам, идущим во след Багдасарову и его команде. Так подожди, ты говоришь, что это было издано, но пересдать не можете. А по какой причине не можете пересдать? Нет средств, у меня нет средств. А что, издательство, вот все такие нищие и несчастные, у нас же несколько издательств, которые такие прославянские, и эта тематика очень сейчас важна и интересна. И как... Да, я знаю, да, и вот книги, вот этой книги ее нету, да. Более того, я скажу, эта вот книга, ладно, там ее уже несколько тысяч экземпляров издали, она во всех библиотеках есть, в конце концов, в интернет можно уже сейчас это самое посмотреть. Я понимаю, что интернет не лучше с экрана читать, но тем не менее. Вот. А если у меня написана книга, вот, это «Ерга, свастика, знак русской народной культуры», 452 страницы. А здесь вот вышла у меня книга «Ерга, крест, знак Святой Руси, ерга и свастика». В 2015 году издал Смольный институт, Российская академия образования русско-географическое общество. Она вся цветная, 745 страниц. Здесь огромное количество материала, собранного по Русскому Северу, по музеям. Я сам ездил по селам, по деревням собирал материал. И вот материал из государственных музеев, где мне удалось поработать. Вологда, Тотьма, Кострома, так скажем, вообще... Материал просто ранее никогда не издавался, но по частным музеям собирал, тоже сейчас же частные музеи есть. Вот, просто бесподобный материал, так скажем. И вот все, 100 книжек только мы издали, больше не можем издать, как говорят. Нет ни издателя, ни возможностей. Вот. И эта книга вообще, собственно говоря, нигде ее сейчас не найдешь. Она быстро разлетелась, хотя и дорогая. Вот. Но она в издательстве дорогая, в издании дорогая. Вот. И есть вот небольшая книга «Ерга, крест и свастика. Народные искренние науки». Это научная методика, мы написали с Андреем Геннадьевичем. Вот эту книгу можно сегодня приобрести, конечно. Она и в интернете есть, она и у меня есть. Можно. Она и недорогая, в общем-то. Вот. Вот, ну, вот так вот, так скажем, не получается все, что говорит, людям нужно, не получается это сдать. Понятно. Напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы мы принимаем из чата. Чат Народного славянского радио находится на сайте Народное славянское радио. В любом поисковике так и наберите Народное славянское радио. Дальше попадаете на сайт slavmir.org, ищите слово «чат», нажимаете. Если еще не зарегистрировано, то придумывайте себе логин, пароль, указываете e-mail, куда вам придет ответное письмо для подтверждения регистрации, и после этого вы сможете пользоваться чатом. Единственное, что в описании пишите сразу русское имя, для того, чтобы как-то вот уже нам по-русски общаться, а не иностранщиной какой-то там баловаться, чтобы потом я ломал голову, а кто же там пишет. И самое главное, что логин-пароль не забывайте, а то потом возникает вопрос: ой-ой-ой, забыл, теперь попасть не могу. Так, ну что ж, вопросы начинаем задавать. Кстати, да, форма вопросов такая. Сначала представляйтесь, ну, например, там Петька, дальше вопрос в эфир, или наоборот, вопрос в эфир, Петька, да, и дальше уже пишет сам вопрос. Итак, вопрос в эфир следующий. Скажите, а цвет свастики влияет на его значение? Если делать тату свастики, то на каком месте можно, чтобы принесло пользу? Вот такой вопрос. Цвет свастики, цвет ерги в русской народной культуре, на которую мы опираемся, он, конечно же, имеет значение. Если так сказать, вот просто ответить, да, он имеет значение. А какие значения, это нужно смотреть из контекста той вещи, на что он нанесен. Будь то панёв, будь то рубаха, шушун, головной убор, пояс, нужно смотреть, для чего и в какой знаковой целостности сряды находится эта вещь, или в избе, где он находится, или на каком священном, на какой-то священной вещи он находится. Отсюда, так скажем, будут его
проистекать значения и смыслы этого знака. Значения и смыслы. Вот эти вещи, эти понятия разные, так скажем. Вот, вот так вот. А если... Ну хорошо, а вторая часть, да, а вот если делать татуировку, то на каком месте, чтобы она призапользовалась? Татуировку делать я бы вообще не советовал наносить этот знак. Если наносить, то только временно. Ведь этот знак обладает силой. И очень большой силой обладает. Если вы нанесете не туда, и он будет воздействовать, то вы, ну, вы знаете, как говорится, можно и водой опиться. Вот, она вроде полезна, вода, но когда ты ее пьешь, то можешь опиться, да? Просто опился водой, захлебнулся водой или опился водой. И все. И, как говорится, ушел в мир иной. А это знаки, это точно такая же вода. И вот эти вещи надо понимать. Поэтому я просто-напросто, ну, для того, чтобы пользоваться знаками на теле, это нужно быть волхвом высокого посвящения. Просто обычному человеку, там, даже пусть он трижды профессор или трижды, как говорится, воин, но если он не священнического посвящения, не надо этих вещей делать. Или пойди, как говорится, к какому-то человеку, который ведает эти вопросы, и спроси тогда. А просто так, это, как говорится, приведет к тяжелым последствиям. Полностью с тобой согласен в этом вопросе, что сейчас какая-то идет идиотская совершенно тенденция наносить различные татуировки в разные места, начиная от глупостей всяких, там, бубкашек, таракашек, люблю тебя навечно, там, и так далее, и заканчивая руническими или уж тем более свастичными символами. Надо понимать, для того, чтобы изобразить мощный символ, человек должен соответствовать этому символу на все 100%, потому что если очень сильный символ нанести, то может произойти обратный эффект разрушения. Вот это все необходимо учитывать. И поэтому правильно было сказано, что да, находят, на самом деле находят древние захоронения каких-то очень известных людей, мужчин и женщин, у которых есть татуировки. Есть татуировки, в том числе и с символикой свастичной, ярговые. Но надо понимать, что, во-первых, захоранивали, что сейчас принято говорить, захоранивали людей, они некродировали людей очень высокого порядка в древности. А если это высокий порядок, то и уровень у них был очень высокий. А вот это вот надо понимать, а не просто так на себя что-то цеплять. И если уровень высокий, то тогда и символ соответствующий наносился или какой-то узор. Дальше. Вопрос в эфир от Владимира Измитич. Павел Иванович, есть шанс, что свастика будет реабилитирована при нашей жизни? Или нет такого шанса? Ну, вопрос-то хороший, так скажем, и он может быть с каким-то подтекстом, потому что говорит, если восстановление смысла знаки или восстановление его, этого знака в жизни, то здесь я хочу сказать следующее. Вообще-то, ведь этот знак не запрещен. Вот посмотрите на мои книги, посмотрите на книги других. Вот смотрите книгу, вот, вот они у меня три работы, да? Статей у меня много. Они все издаются, я все статьи пытаюсь в ваковских журналах издавать, в университетах, как говорится, в институтах. Государство издает, не запрещает. Научные работы в этом вопросе не издаются. Дальше письмо Роснадзора, это, собственно говоря, есть восстановление, это вот такое сильное движение в направлении восстановления этого знака. Вот Роснадзор обосновал, да пожалуйста, носи. И, в общем-то, у нас никто не запрещает этот знак носить. То есть уместно там, где ты его не на заборе рисуешь, а ты вышел его на своей рубахе, как у твоей матери, у деда, у бабушки был он выше, ты ходишь, и никто это не запрещает, в общем-то. Поэтому, а вот вопрос, так скажем, что это будет все литься с экранов телевизора и насаждаться. Я думаю, это может быть и так и не надо делать, как со звездой вот сейчас. Сейчас же ведь звезду пятиконечно нам насаждают опять и опять. Вроде коммунисты ушли, а мы же видим, что звезда-то не ушла. У нас и все эти дома, дом 1, дом 2 и все прочее. У нас все с пятиконечной. Вся эта Петростия, она вся лезет с пятиконечной звездой. Вот в чем вопрос-то. То есть вот такого насаждения этого знака, я думаю, не надо делать. Но разумное его, так скажем, продвижение в жизни до того уровня, как он был у нас у предков,
что на всех частях одежды, на всех вещах он был, всегда присутствовал. Потому что если этот знак присутствует на вещи, то это явно вещь уже будет, не будет загажена нечистыми. Если этот знак присутствует в избе, явно изба, эта квартира защищена уже на определенном уровне. Поэтому вот это зависит от нас самих. Это зависит только от нас самих. Ну и, конечно, да, государство здесь играло и будет играть большую роль. Но государство первые шаги в этом отношении сделало. А дело государства, как у меня мой старший товарищ один говорил, Царство ему небесное, он говорил так: государство – это мы. Вот когда у людей будет сознание, что вот это мы творим, вот, и мы творим, как говорится, не во благо, только лично для себя, и не во вред своему соседу, а мы творим во имя народа, то и будем эти вещи понимать, и они сами собой войдут в жизнь. Я тут вот вижу, что это зависит только от нас с вами. Вот так вот. Угу. Ты знаешь, я был свидетелем одного очень такого диалога интересного, когда молодой человек под 30 лет стал интересоваться нашей древностью и вот стал картинки у себя в комнате развешивать, где присутствовали как раз элементы свастичной символики, вязи. Вот, он сам, конечно, татуировки себе не делал, там ничего на себя не вешал, ну, просто так вот нравится ему наша древность, вот чувствует он не силу. И вот он повесил вот символ такой, да. Расшифровка, ну, знак, да, расшифровки у него. И как-то я был в гостях, и тут заходит его отец, мы с ним разговариваем вместе, и заходит его отец, а отец такой, ну, вот, уже взрослый, естественно. И он так: как ты мог это вот нацистскую дрянь сюда повесить? Твой дед воевал с фашистами, а ты чего, он это увидит, он там упадет, у него приступ сердца будет. Как ты мог это все повесить? Сколько тот не пытался объяснить, что это вообще никакого отношения к нацизму и фашизму не имеет, и что это наша древность. Нет, отец не хотел слушать, и там, в общем-то, чуть ли не до рукоприкладства дело не дошло. Вот как в этом случае объяснить вот такому папе о том, что он частично или во многом не прав? Ну, вопрос жизненный, и вопрос, так скажем, поставлен прямо и открыто, да, так скажем. Как-то я слышал выступление недавно ушедшего застреленного Немцова, и он какие-то вещи там говорили, вот что, чего. Ну, мне тогда не понравилась его речевка. Он говорил: вот пока новые поколения не народятся, пока эти не вымрут, так скажем, ничего там, движений вперед не будет. Вот. Ну, это вот у меня так тогда с таким вот отрицательным воздействием вот осталось в мозгах. И вот сейчас вот этот вопрос я, может быть, буду опираться на кого бы не следовало мне опираться, так скажем. Но это вот в советское время, и сейчас это продолжают, этот знак показывать, это действие, а показывает это сейчас, о чем я буду говорить, темные силы, они совмещают его со злом. И есть определенные, как говорится, духовеческие, так скажем, опыты. Если человеку, как говорится, месяц, каждый день говорит, что ты свинья, то он на третий месяц начнет хрюкать, когда ему это скажут. Просто так. Возьмет и похрюкает, да? Вот он человек, он будет хрюкать. Поэтому если с рождения и до смерти человеку говорили, не до смерти, а до там, 50 лет ему говорили, что ерга – это вот знак, вот, так скажем, всего темного, что есть на земле, то у него сделали в его сознании, сделали большой след отвращения. И я вот опять возвращаюсь к тому прежнему вопросу, который сказал, будет ли восстановлен смысл этого знака и его статус и положение времени. Будет, вот если мы начнем работать над этим вопросом. Вот, собственно говоря, я ведь начал работать над этим вопросом, обращаюсь к своему личному опыту, когда я вдруг тоже несколько лет для меня вот этот вопрос стоял, так скажем, что же за знак такой, как чего,
это немцы туда-сюда, вот как-то так вот. А что чего? А история же, нас же не учат истории, нас же культуру нам вообще не преподают ничего. Вот. В этом направлении. И когда я стал разбираться, я увидел, что, да извините, как говорится, ну, мать у меня не носила, но бабушка-то у меня носила этот знак. А по России до сих пор многие, как говорится, бабы носят рубахи с этими знаками, и это идет исконно, не прерываясь. То есть вот, когда я сам соприкоснулся, я это увидел. Но на это уходит очень много времени. То есть... Здесь работа общества, да, здесь работа средств массовых, как говорится, известий, должны работать повсеместных, средства повсеместных известий должны работать, здесь должна работать наука, здесь должно работать государство своими возможностями, вот. Ну и вообще люди должны задумываться над этим. А просто так он действовал, отец этот, правильно совершенно, потому что он так воспитан, он так ведь, и я так. Я так долгое время так и видел. Да что это вообще? Это просто неприемлемо. За это знак нужно, как говорится, расстреливать на месте. Без суда и следствия. Вот было мышление у меня. И от этого мы никуда не денемся. Не надо ругать отца. Значит, нужно постепенно ему просто так. Это наше так-то. Да, надо об этом сказать. Вот когда мне сказали об этом, что этот наш знак, я сперва не верил. Да мало что в перестроечное время говорили, городили, как говорится. Я тоже это понимал, что, как говорится, все силы работают. Уже достаточно был взрослым. Но потом постепенно, так скажем, зерна бросали, зерна прорастали. На это нужно время. Вот, это делает время, образование и работа людей. Вот мы сейчас проводим беседы. Кто-то услышит, кто-то скажет, да вот там это самое... зомбирование занимается, а кто-то скажет, да нет, и вот там мне говорили, я там вот это видел, там музей зашел, висит. Вот у нас в Петербурге в любой музей зайди, хоть в русский музей зайди, хоть в российский этнографический музей зайди, ты везде увидишь выставки, где этот знак присутствует. Ну, сходи да посмотри, поговори, тебе там расскажут. То есть вот туда нужно повезти отца, туда нужно сына повезти, брата, сестру, как говорится, свояка своего, взять и повезти незаметно, так сказать, вот там выставочку, а потом подвести к этой вещи и показать ему. У него он начнет, вот мы воспринимаем этот знак в интернете, мы его можем по-разному воспринимать. Когда мы заходим в государственное учреждение и видим эти знаки на русских вещах, на украинских, на белорусских, видим на казахских вещах, на китайских вещах мы видим, ну, тут у нас, как говорится, хочешь не хочешь, ты, если ты уже не совсем, как говорится, отпетая это самое стаиросовая дубина, как у нас такие выражения есть, да, то ты задумаешься, к чему этот знак принадлежит и почему он вдруг стал присутствовать. А в нашей музее до 90-х годов это просто-напросто скрывали. Да и сегодня их не особенно охотно показывают, но тем не менее сегодня учреждения культуры этот знак не скрывают. И об этом говорят прямо открыто. Поэтому вот стало это возможным работе многих людей, которые трудились в этом направлении, продолжают трудиться. Ну, людей миллионы, а возможности тех, которые хотят донести, они не так широки. Как говорится, в распоряжении их нету повседневного телевидения. Вот, как говорится, 50 общероссийских каналов. Вот, поэтому надо продвигаться в этом направлении и понимать, что вопрос это не такой простой. И он зависит не только, так скажем, что ты будешь говорить и рассказывать. Есть история этого вопроса, есть воздействие темных сил, и она, в общем-то, не слабая в этом отношении. Посмотрите только фильмы про Великую Отечественную войну, созданные после 90-х годов, в 2000-х годов даже созданы. Там везде знак этот вывешивается как знак, так скажем, преступления, знак преступников и соотносится с состязаниями людей. А что вы тогда хотите получить? Вот мы и получаем. Вот так вот. То есть пропаганда сделала свое дело. Да, хорошо. И поэтому нужно заниматься, как говорится, просвещением людей в этом вопросе. Они занимаются пропагандой, а мы занимаемся просвещением. Да. Хорошо. Вот я хотел уточнить. Не так давно были запрещены все сборники славяно-арийских вед. Наверное, не секрет, да, для многих это. И
Ну, кто-то говорит, там очень много спорной информации, кто-то говорит, что это новодел, кто-то говорит, да нет, нет, это все нормально, все норма, это все там правда, с поправками на современную жизнь. Оставим эти споры, в данном случае меня не интересует на сегодняшнем нашем эфире. Меня интересует другое. Там в одном из сборников представлено 144 знака наших, знака, да, которые... Да, которые вот свастичные знаки, ярговские символы, знаки, если мы говорим нашим языком, но да, языком знак, просто... Да, наше слово... Ну, многие употребляют слово символы, поэтому я и так употребляю, так вообще, конечно, знаки лучше говорить. Слушай, ну алкоголикам нравится, когда им 100 грамм угощают, а наркоману всегда порция наркотика тоже нравится. Да, поэтому мы употребляем и тот, и другой, чтобы было понятно, что вот это лучше произносить слово «знак». Ну вот, эти знаки там присутствуют. И вместе с запретом придрались к одной книжке, да, там 5 книг, насколько я помню, придрались к одной, запретили все 5. И вот в одной из этих 5 были все эти наши знаки. Здесь теперь у тех, кто не очень... доброжелательно относится к нашей древности, вот такими мягкими словами я говорю, появилось, несмотря на указание вот этого надзора, о котором мы там говорили, да, что эти знаки, да, что эти знаки разрешены к употреблению и так далее, появилась такая лазейка. То есть они теперь могут брать, открывать вот эту книжечку запрещенную и говорить, а у вас знак вот из этой книжечки. Дядя, мы тебя не любим, или тетя, мы тебя не любим, а у тебя вот этот знак присутствует, книжечка запрещена, ты экстремист, ты фашист, мы тебя судить будем. Ну, а тех, кого любят, например, к ученому Павлу Ивановичу, скажут, ну, это Павел Иванович, он к этой книге отношения не имеет, он ученый, мы его трогать не будем. То есть вот появилась такая возможность поиграться вот этим вот не очень доброжелательным товарищем. Понимаешь, о чем я говорю, да? И как вот здесь нам быть? Я хочу сказать, что вот ту картину, которую ты сейчас нарисовал, она, конечно, может в головах прорисовываться. Она не только тех, кто хочет поиграться, а просто тех, кто не хотят вообще думать, так скажем. Потому что у меня материалы этого суда есть последнего, как и предыдущих заседаний. Вот, они у меня есть. Вся эта, как говорится... Ну, меня интересовало вопрос, как развивался в отношении этого знака. И я скажу, что в последнем процессе, который прошел вот осенью, да, прошедшего года, то там отличие его от предыдущих, там, 10-летней давности или какой-то давности, когда там судили Юрия Александровича Хиневича, вот, так скажем, его церковь, лингвистическую, то там было больше здравого смысла. Защита очень хорошо выстроила свое поведение в отношении этого знака. Я по другим вопросам, потому что там были, как говорится, и по другим направлениям шло обвинение. Но в отношении этого знака многие позиции, которые были предъявлены обвинением, они были полностью отбиты. И, так скажем, нападавшая сторона, государство, она, в общем-то, оказалась во многом согласна. Это вот просто нужно читать материалы обвинения, поэтому я просто могу посоветовать, что вот эти материалы нужно размножить, да, и подчеркнуть, и, может быть, какую-то статью надо написать, чтобы, так скажем, вот этот вопрос, его надо, так скажем, прояснить и разъяснить, так скажем, ну, в виде статьи «Борьба за Ергу и свастику», там в судебном деле, допустим, там против Инглингова, еще как-то обозначить, чтобы привлечь, может быть, внимание, и прописать. Я скажу, что борьба была достаточно сложная, напряженная, и по многим позициям защищаемые выиграли ее. Ее выиграли. И те люди, которые хотели их обвинить, они согласились с этим. Поэтому это вот нужно просто знать. Это просто нужно знать. Вот я это знаю, вот этот вопрос, потому что читал, как бы определенное участие принимал в этих вещах, так скажем, на уровне какого-то там советника. Вот. И здесь есть успех. А на каждый вороток не накинешь роток, потому что как отец пришел и начал ругаться. И я бы точно так же ругался. 25 лет назад я бы точно так же сына как бы взял бы и выпорол, да? Со всей ответственностью говорю, я бы его выпорол, как говорится, так, чтобы, как говорится, кожа с жопы сошла. Ничего не сделаешь. Такое настроение, такое умонастроение, так воспитали, так подготовили, как говорится, родная коммунистическая партия, родной Советский Союз, родные вооруженные силы. Вот это вопрос, вот он таким образом обстоит.
И вот еще что, здесь, как уже говорил в чате, очень много набросал вот этих вот наших знаков, и что удивительно, очень много из них, они присутствуют как раз вот в тех самых книжицах, которые запрещены, хотя очень много недоброжелателей, ну, те, которые, может, лично не любят Александра Юрьевича, или, может быть, те, которые скептически относятся к некоторым высказываниям, они кричали, что там все выдумка. Да вот же, посмотрите, вы просто внимательно изучите. Большинство знаков, которые вот сейчас даже в открытом виде есть, они четко обозначены, даже у них есть названия, они присутствуют там и так далее. Причем я сейчас в данном случае не встаю на защиту там славяно-арийских вет или Александра Юрьевича, просто говорю о том, что факт есть факт. Вот просто лезете в интернет, открываете и смотрите. И потом сравниваете, и к удивлению своему обнаруживаете, что это не выдумка, так оно и есть. Дальше, следующий вопрос от Павла из Рижанина. Вопрос в эфир. Нужно ли распространять знания свастики, если это больная тема в обществе? Менталитет советских людей, которые сейчас и живут, в нем есть то ложное представление о свастике как о символе фашизма. Не лучше ли просто восстанавливать родную культуру, а потом уже, когда больше людей поймут, что свастика наша, тогда и распространять о ней? Сейчас есть темы и проблемы гораздо важнее, чем свастика, а обыватели, которых большинство, не принимают свастику, ибо думают, что это символ фашизма. Ну, вот о чем мы с тобой говорили. Ну, вопрос поставлен, как говорится, обширно, глубоко, и в то же время там уже какие-то намечены ответы. Вот. Но что сказать по этому вопросу? Сказать нужно многое по заданным вопросам. Нужно, во-первых, это не знак фашизма, точнее так скажем, это ерга, во-первых, не свастика. Нет, давайте так скажем, разделим на несколько вопросов. Нужно ли обелять свастику? Я думаю, я уже по этому вопросу на общественных, как говорится, выступлениях своих говорил, что обелять и оправдывать свастику сегодня смысла нету. Потому что, как говорится, черного кобеля не отмоешь до бела. Свастику за, скажем так, достаточно сильно за 80 лет, начиная с 20-х годов, ее так замазали сильно, что на ее отбеливание уйдет очень много времени и силы. И, наверное, я соглашусь с задающим вопросом, что этого делать не надо. Совершенно не надо. Нужно делать другое. Нужно продвигать ергу. Нужно продвигать ергу. Мы к свастике не имеем никакого отношения. Это индуизм. Вот, да, они наши братья, да, они наши родные братья, как говорится, в третьем тысячелетии до нашей эры. Ну, вот случилась такая история. Ну, и пускай вот так вот получилось. Вот там Гитлер, то все, 5-10. Хотя, я думаю, мы будем говорить еще об этом знаке много, так скажем. И в отличие славянского знака ерга и немецкого, так сказать, колючего знака вот этого свастики, или там, как ее там, огненного креста называть. Вот. Нам не надо свастика, нам совершенно не нужна она. И сегодня мы должны стоять на позиции. Да, свастика – это, как говорится, плохой знак, а вот ерга – вот это знак Бога. Вот и все. Вот здесь позиция должна быть четкая. Не надо это делать. Потом придет время, когда люди осознают, что ерга и свастика – это, как говорится, из одной яйцеклетки вылезли, собственно говоря, из одной утробы вышли. Это одно и то же. Тогда да. А так вот нам сегодня нужно со всей силой принимать серьезнейшие усилия, чтобы бить по тем, кто это самое занимается свастикой. И наверх на знамя поднимать ергу. Все. Других вопросов здесь нету. Вот, это первая часть. То есть, вот это такая позиция, и я ее достаточно четко, внятно освещаю. А вот ергу – это знак Творца. Но если мы откажемся от знака Творца, от Бога, значит, мы станем на позиции сатанизма. А нам это совершенно не нужно. Или тогда вообще, как говорится, петлю накидывай на шею и сам уходи из этой жизни, из земли, как народы там, вот. И освобождая место не для земли, не знаю для кого, вот, то здесь эта позиция неприемлема. Мы должны всеми силами, всеми возможностями, имеющимися у нас, продвигать идею вот этого креста с загнутыми концами. У него имя научное есть – ерга.
И десятки других народных имен есть. Сотни даже у славян, их очень много имен. Вот. Это вот, это обязательно надо заниматься. То есть нужно четко понимать, что то, что вот... То есть такие же понятия есть, допустим, язычество и родноверие, да? Я сразу говорю, язычники – это погонь, а родноверы, извините, это исконная вера славян. А язычники, да, это погонь, и не надо, все погонь. А вот мы родноверы, у нас есть родная вера. А если ты бросишь веру, значит, ты отдашь себя на поругание силам тьмы. Вот и понимаете, то есть нужно выбирать как бы порядок поведения, норма поведения в этом вопросе, осознавать, что можно, а что нельзя, с какой стороны, как говорится, нужно продвигать дело света, с какой, как можно род свой продолжить. Вот. То есть это связано вот с нашим духом, это связано, как говорится, с нашим Богом. И, ну, вот, в общем, вот так вот по этому вопросу я объясняю. Вот как-то так. Я согласен с тобой, что необходимо каждому человеку подходить с точки зрения его понимания, его мировоззрения, его мировосприятия. Если вы придете и сразу станете ему в глаза ссылать какие-то знаки, которые для него имеют четкую ассоциацию с чем-то плохим, я думаю, что закончится ваш диалог быстро и на очень высоких тонах. И ни к чему позитивному, хорошему это не приведет. Если же человек изучит свою древность, если он поймет, что у нас есть те самые знаменитые солярные символы, которые ярго называются, и которые в древности там по-разному много как называли, то в этом случае он проникнется тем, что это же наши предки, а предавать предков нельзя, и что наши предки были такие глупые дебилы, что они что-то там рисовали, не пойми что. И он будет разбираться в своей древности, в той, то, что сейчас называют историей. И тогда все будет становиться на места. Надо, чтобы человек проникся своей культурой, своим родным чем-то, то, что близко ему. И вот тогда уже, когда он начнет пульсировать на нашем, на чем-то, когда он начнет уже дышать этим всем, вот только тогда вы сможете до него что-то донести. А просто так идти, ну это как, я не знаю, с вилами на танк, что ли. Зачем? Смысла-то в этом особого и нет. В этом вопросе вот еще иногда объясняю таким образом. Ну вот. Вот этот знак запрещали, но мы же с вами хорошо помним, допустим, на моем веку, в моем родном селе разрушили храм в 1974 году, взорвали храм, вот колокольню не взорвали, она едина была, а вот храм огромный, колокольня высотой 50 метров, вот такая красивейшая колокольня, а храм взорвали, то есть... Запрещали Бога, запрещали веру, взрывали храмы. Вот 74-й год. Еще взрывали церква по России в Советском Союзе. Взрывали. А потом все вот, как говорится, с 80-х, с 90-го года все. Как говорится, силы тьмы убрали от власти. И вопрос стал разворачиваться в другую сторону. Но сейчас же мы говорим открыто о Боге. Так а почему мы не о вере говорим открыто, разрешили? А почему мы не должны говорить о знаках, принадлежащих вере, принадлежащих Богу? А Ерга – это знак всех верховных богов. Митры, Зевса, Вишну, Кришны, Будды, Христа. Ну, кого я еще не перечислил? Все верховные боги, пойдем мы в Америку, пойдем ли мы, как говорится, в Месопотамию, все эти боги и богини верховные, все они изображались с этим знаком. То есть, с культурными людьми нужно тоже, ну, я имею в виду, с образованными достаточно, так скажем, со старшим поколением, им надо эти вещи говорить. Ну, вот церковь запрещали, Бога запрещали, сейчас разрешили. Но это же связано с Богом, это непосредственно с Богом. Ерга непосредственно связана с Богом изначально. Вот приезжайте в Питер и идите в наш главный храм, Исаакиевский собор. Ну, заведи туда его и покажи ему. И у нас не только Исаакиевский собор, у нас многие храмы и все дворцы царские покрыты этими знаками. Вот, зайдите вы, как говорится, в Москве десятки домов с этими знаками, я знаю. Вот сейчас вот в новой книге мне помогли москвичи. Мы все это дело тоже издали, как говорится, я говорю, пока маленьким количеством, но она вышла, эта книга, так скажем. Вот, есть возможность, то есть, ну, нужно людям показывать эти, нужно показывать, нужно избирать способы и методы донесения до сознания человека. А если
гадите в историю, так скажем, своего народа, то тогда ты кем порожден? Гаденышами тогда получается порожден. А наши предки великие были, они всегда были предки великими. Они свет держат, держали, и мы держим свет на земле. Вот, это нужно понимать, что все это единое. Угу. Теперь еще тоже вот вырвалось такое у нас сравнение уже не первой передачи «Язычник и родновер». Вот здесь тоже происходит такая же путаница в головах у многих людей. Точно примерно такая же путаница, как и вот насчет тех символов, тех знаков, о которых мы сейчас говорим. И многие себя называют по неведанию разными словами, в том числе и язычником, в том числе, может быть, кто-то и родноверным себя называет, не понимая, что это такое на самом деле. И я думаю, что приходит время всегда прежде умному человеку, прежде чем говорить какие-то слова, разобраться в значении этих слов, а не просто так говорить из-за того, что сейчас модно так. Надо помнить, что слово «мода» тоже не наше русское слово, мода, означает оно извращение. Да. Да, это извращение мода. Это лондонский говор, один из лондонских пригородов, там четко, то есть извращение мода. Поэтому нам его внедряет, это извращение. По всем вот. Да, и поэтому вот этим, когда извращенческим представлением о жизни вы живете, то, в общем-то, ваша жизнь ничего хорошего собой не представляет. Это надо понимать. Поэтому разберитесь с тем, что является слово «язычник», что является слово «родновер», когда слово «язычник» появилось, почему оно отличается от нашей древности, да, когда его стали внедрять, почему вот это все появилось, что такое родноверие, что такое староверие, что такое старообрядчество. Вот в этих терминах разберитесь для начала, и потом уже на себя вешайте какое-либо, опять же, импортное слово «лейбл», да? Или по-нашему, как это правильно сказать, Павел Иванович? Знак, знак. Знак, опять знак, да, возвращаемся к знаку. Нет, и вот тогда... это примета. Да, вот тогда уже на себя вот эту примету вешайте и относите себя к тому или иному направлению деятельности. Потому что, ну, иногда смешно бывает. Человек четко, например, не относится к язычеству и неоязычеству. Он с точки зрения, например, науки подходит к нашей древности, но при этом всем кричит, что он неоязычник какой-то. Да? Или наоборот, человек, который говорит, он ведун, но при этом ведет себя как язычник. Вот и у людей стерта грань понимания. Я, опять же, я пока не выставляю себя за или против. Я просто говорю, разберитесь для начала. Разберитесь. Кстати, слово «ярлык» – это же не иностранное слово. «Яр» – это русский. Понятно, да? Да, это русское слово. Вот, поэтому можно слово «ярлык» в данном случае применять. Ярлык, печать. Ну, хорошо. Русский язык богатый. Да, русский язык богатый. Главное, чтобы наконец начать в нем разбираться, да, чтобы русские начали говорить по-русски для начала. Виктор задает вопрос. В эфир. Надо ли бояться и молчать, или говорить правду надо? Ну, это вопрос, так скажем, вообще, он общего характера. Вот. И нужно, ну, смотреть, так скажем, вот у военных есть такое понятие, как говорят, паника, да? Паника. Одно дело, запаниковал человек, когда... он находится один в лесу, ну, запаниковал и запаниковал, как говорится, и сгинул из этой жизни. Это дело его личное. А вот когда человек паникует, так скажем, в составе подразделения находится и начинает панику сеять, то паникеров расстреливают на месте, так скажем, не надо паниковать. И вот вопросы говорить правду или неправду, ну, наверное... правда, это такое слово интересное, так скажем. Есть более понятное слово, если не углубляться в мудрость народную, истина. Вот, так скажем, нужно смотреть, где, как говорится, как себя вести и перед кем. Если ты будешь говорить представителям сил тьмы, так скажем, то, что им не нравится, и то, что они не хотят слышать, вообще, и не место этому сегодня и сейчас, так, вот зачем им это говорить? Они это не поймут, значит, нужно подумать, когда сказать и как их сказать, да, так скажем, и надо ли вообще им это говорить. Вот, он может быть чистый сатанист, ты его читай лекции, не читай, ты не пробудишь у него совесть, она и душу его не пробудишь, потому что душу он уже отдал сатане, он уже подписал бумагу, условно говоря, и он ее... он ее, она у него изъята, например, даже вот так вот. Или вообще он без души. То есть вот надо исследовать эти вопросы,
как говорится, по состоянию, по времени, по общению, а потом говорить людям. Конечно, людям, которые подготовлены в этом отношении, вообще просто, как говорится, в какой-то мере люди вразумленные, им можно и надо говорить обязательно эти вещи. Вот. Сейчас он не поймет, но ты сказал ему, ты ему отметку сделал в его сознании, потом он еще где-то увидел, потом он еще где-то услышал, а потом в определенный момент у него душа просыпается, и он обращается к искренним своей культуры, к искренним своей веры, к наследию своего народа. Потому что а на что еще можно опираться? Если ты не опираешься на свой народ, чужому народу ты нужен только как дрова в костре. Вот эти вещи надо понимать. Вот, кстати, по поводу ярлыка, да, некоторые не понимают, а почему это наш. Вот представьте, яр, известно, что такое, да, наверное, расшифровать уже не надо, а лик яра. Вот лик яра, это круглое что-то, как раз она потом стала называться печатью. Может, то есть печать, где изображено лик яра, солнце или свастичный символ ярга, вот это как раз и был ярлык изначально. Яр-лик. Совершенно верно. Яр – это сложное слово. Лик, лыка. Лыка – это, извините, лапти прили из лыка. А лапти – это сильнейший, как говорится, оберег. Там крест присутствует. Поэтому всегда у знака много значений. Яр-лик, яр-лык, с какой бы стороны мы ни подходили, какие бы мы ни подставляли, как говорят, согласные, мы выходим на глубокий смысл понимания. Просто надо культуру немножко знать, ее свою, чуть-чуть. И тогда будет понятно, что те слова, которые нам внедряют, они очень опасны. Вот, допустим, слово «толерантность». Ну, любому врачу, когда говоришь про толерантность, что такое толерантность? Это иностранное слово, которое означает, что человек, человеческое, как говорится, естество потеряло способность сопротивляться болезненным воздействиям. Все, она готова, как говорится, смириться и умереть. Вот это толерантное состояние. А нам сейчас под этим совершенно другое впихивает. Но смысл-то от этого не меняется. Те, которые нам впихивают это слово, оно соединено с силами тьмы, и тем самым свет тьмы продвигается в жизнь света, и идет разрушение. Вот эти вещи надо глубоко понимать. Когда нам 70 с лишним лет говорили «пролетарии всех стран, соединяйтесь», ну, откройте словарь Владимира Ивановича Даля, великорусский живой язык, да? Там написано «пролетарий», переводится «бандит», «бандюга», «банда», как говорится, «грабителей», «захребетник». Вот перевод, это не русское слово. И вот нам пишут: бандиты всех стран, объединяйтесь. Вот и все, собственно говоря. И вы, если вы, как говорится, обращаетесь когда к словарям, ходите в библиотеку, посмотрите, сколько раз выходил вот этот словарь до 1917 года. Он там издавался, как говорится, не такие были большие возможности, он издавался постоянно, совершенствовался. И сколько он после 1917 года раз издавался? Его нигде, он только был в крупнейших библиотеках, его можно было увидеть. В крупнейших библиотеках его, как говорится, не старались показывать людям, потому что там четко было написано «пролетариат, захребетник, бандит». Вот и все. То есть вот мы должны понимать, не нам слова нужно говорить, русские слова. И научный язык, и любой язык, он должен строиться на славянской корневой основе, которая четко сразу указывает. Если, как говорят, ты бандит, то бандит. Если ты говоришь, зачем нам слово «киллер» нужно, вот, или «путана», «проститутка». Как говорится, провели исследование, девочек в пятом классе опросили, и там кто сказал: «Я хочу путаной быть». И на нее учителя смотрят. Она говорит: «Ну это же красиво». Она говорит: «Ну, объяснили девочке». Она говорит: «Не-не-не-не, проститутка я не хочу быть». Понимаете? То есть вот это внешнее, да, а за внутренним, я хочу сказать, за словом стоит связь или с силами света, или с силами тьмы. Если мы пользуемся своими словами, мы их понимаем. Если чужими, мы их не понимаем. И нам упаковывают ли в научную оболочку и толкают в наше сознание, или, как говорится, упаковывают ее просто, как говорится, без всяких оболочек и начинает втюхивать с телевизора, с радио,
по газетам. Вы посмотрите, как говорится, тот же Горбачев этим занимался, сейчас Медведев занимается этими вещами, как говорится, вот эти иностранные словечки нам втюхивает. Ну, все понятно. Значит, это представители сил, силы тьмы. И здесь никаких, как говорится, здесь нужно ясно отдавать себе отчет. Какую бы должность он ни занимался, не занимал, раз он такие вещи делает, значит, он проталкивает, он стоит не на тех позициях, которые нужны нашему государству. Угу. Здесь пишут, Станислав, аргентинец, пута означает шлюха. Перевод, если на русский язык. Так, вот когда говорили про толерантов, про толерантность, все правильно. Это медицинский термин, когда организм не сопротивляется инородным телам. Так есть такая шутка. Глисты вышли внутри человека на демонстрацию с требованием толерантного отношения к себе. Да. Вот примерно то же самое, когда вы к педерастии, ко всякой гейропе и ее повадкам относитесь толерантно, вы тем самым вот глистам, паразитам позволяете разводиться на теле нашего здорового организма, называемого раньше державой или Русью. По этому вопросу у нас имеется очень хорошее высказывание Владимира Владимировича Путина, где он как-то перед этими западными, как говорится, собратьями, между собой они собратья, но не нам. Он сказал, ну, раньше в Европе, как говорится, стояли на христианских, на этих самых правилах, на ценностях, вот, много времени, очень много лет, не одну тысячу лет. А тут вдруг начали, как говорится, это все извращать и все это самое выдвигать иные подходы, как говорится. И, ну ладно, пусть они сами живут так, как они хотят. Нам это, как говорится, постольку-поскольку. Но они же нам это начинают насаждать. И говорят, раз у вас вы депутаты Госдумы, депутаты Государственной Думы не ходят с пидорастами на эти самые, на митинги, значит, это неправильные депутаты. Вот они что нам хотят, как говорится, сделать. Так, как это сделали во Франции, в других государствах. Раз у вас, как говорится, пидорасам не дают детей на воспитание, это вы неправильно делаете. Нет, вот вы их, как говорится, признаете за нормальную семью. Ну, как можно тьму признать за свет? Вот, вот эти вещи просто нужно понимать. Они у нас уже на государственном уровне. И, кстати, патриарх Кирилл по этим вещам четко высказался тоже. С православных позиций я однозначно тоже осуждается. То есть у нас и законодательные наши законодатели, и государственная власть, и представители всех наших конфессий, и родноверия, и православного христианства, и буддизма, и индуизма, иудаизма, и всех, все они отрицают эти вещи. У нас этого быть не должно. Поэтому вот эти вещи нужно и людям нести. Ну, хоть что-то нас объединяет, да, так в этом мире русских людей. Несмотря на то, что нас разделили по разным направлениям, религиозным, конфессиональным и так далее. Дальше. Дмитрий из Донбасса. Вопрос в эфир. Разобрался ли соведущий в смысле и образе символа свастика и, в частности, в разных местах? Есть ли сходство образа, например, на севере России, в европейской части, в азиатской части материка, в Индии, Непале, вообще в буддийской культуре? Возможно, в разных вариантах по цвету и форме. Я разобрался, с чем написано? Вначале. Здесь написано, разобрался ли сведущий в смысле и в образе символа свастики. В смысле и образе, да? В смысле и образе, да. Да, разбирался, разбираюсь, но не с символом я не разбираюсь. Это сразу можно, конечно, вопрос завернуть, потому что я не занимаюсь исследованием символики, я занимаюсь исследованием знаков и знамений. То есть то, что понятно, то, что не несет с собой тьму. Всякие слова, вот символ, это слово западное, это слово, как говорят, латинского происхождения, и она, в общем-то, неясна, непонятна. И защищает даже докторские диссертации философские у нас в России, поэтому вот по понятию символ, но они его не прояснили, и его прояснить сложно. Поэтому давайте скажем так, если скажем про знаки, то да,
про знаки, да, разобрал, и я разбираюсь с этими вещами. И там говорят, есть ли сходство, да, он спрашивает, товарищ этот, да? Ну, здесь, ну, надо полностью так, да, первый вопрос. В чем разница, что они означают, в чем разница в разных местах? Есть ли сходство, образ, например, в севере России, европейской части, в азиатской, Индии, Непале, вообще в буддийской культуре и так далее, по цвету и форме? В общем-то, мы уже частично касались этого вопроса. Есть большие сходства. Ну, видите, вопрос, так скажем, здесь нужно более точно говорить, потому что вот в своей последней работе «Ерга, крест, знак Святой Руси, Ерга и свастика», я только на русском севере, северо-восточной Руси, насчитал свыше 200 различных изображений ергических знаков, свыше 200 изображений. Мною собраны по литературе, и очень много собрано из живых источников названия этих знаков, потому что в каждой местности до сих пор знает этот знак, где он живет, они называют его по-своему. Вот, конечно, живых изображений, названий таких, да, вот на языковых знаков, названий имен знаков, их около сотни сегодня науке известно, ну, я собрал, да, так скажем, вот, обобщил все это по разным источникам, и сам по полевым, вот, поэтому начертаний больше, чем имен. Если говорить про буддизм, про индуизм, то сравнивать, ну, вот с большого начнем, да, то сравнивать, так скажем, здесь не приходится, потому что нам в основном только известно слово свастика, но еще есть одно китайское название, связанное с сердцем этого знака. Вот, их не так много, у нас просто огромное, и сравнивать просто не с чем, вот по именам. По начертаниям, опять же, я говорю, у нас около 200, это то, что я собрал, а я просто, как говорится, далек от истины, что я собрал все. Это, я думаю, когда государство поставит государственную программу исследования этого знака и включатся все университеты, все музеи, хотя бы, так сказать, на уровне какого-нибудь небольшого НИР, ЕРГА-1, да, вот, и тогда мы увидим, наверное, несколько сот, а не 200 сот этих изображений, названий. Поэтому даже вот на этом 200-м числе ергических изображений нам не с чем сравнивать. Поэтому, конечно же, богатство у славян, у восточных славян этого знака просто невообразимое изображение и названий. Столько ни в индуизме, ни в буддизме нет. Если говорить по коренным смыслам, по, так скажем, корневым изображениям, там, косой, прямой, ергичей, ерга, так скажем, показательная, я называю, или образцовая ерга, или как Багдасаров там по-своему их называет, вот, по корневым, то здесь, конечно, смыслы в русской народной культуре значительно шире, они значительно шире. Потому что у нас знак изображается, если мы говорим, что он у них на Будде изображается, у нас тоже, пожалуйста, как говорится, на наших изображениях и дохристианских богов, и Творца рода, и когда, как говорится, Христа стали принимать, а потом стали его навязывать в виде верховного бога, тоже его стали изображать с ергой. То есть в этом мы едины в понимании, потому что действует закон русского духа, действует вселенский закон духа, вот, и воздействие благодати, идущей от Творца, оно воздействует на всех, и здесь оно вот проявляется, как бы, единое, потому что у нас одни корни, видимо, ну, вопрос мироколицы, вопрос ноосферы, он достаточно сложный, мы его сейчас не будем затрагивать, но это связано с этими понятиями, вот, с Владимиром Ивановичем Вернадским, так скажем, отталкиваться, можем дальше идти уже к современным исследованиям наших ученых, то здесь единство это есть. Если говорить, спускаясь чисто к великорусам, северным, средним великорусам, южным великорусам, то на сегодняшний день единство в изображениях, конечно, есть. Вот я проследил в своей первой работе, так скажем, я там это попытался сделать и по народам, и по пластам, так скажем, по культурным
опускаясь до скифов, до этрусков и ниже туда, то, в общем, преемственность есть. Преемственность есть в изображениях. Вот по названиям сложно, потому что название у нас из древности не так много дошло. Вот. И сегодня, углубляясь в этот вопрос, я говорю, вот последняя моя работа, вот это вот Ерга, крест, знак Святой Руси, когда я стал углубляться в эту тему по русскому северу, Средней Руси, то, пожалуйста, свыше 200 знаков. А раньше я там где-то около сотни насчитывал. То есть показывает, что... А по южным великоруссам работ пока такой никто не сделал. Но там тоже очень много изображений. Хотя можно сказать предварительно, что количество изображений у южных великоруссов, видимо, меньше. На русском севере их больше. Если говорить по белорусам, то там не так тоже большое богатство. Хотя в древности там было, ну не в древности, а в средневековье, в среднем средневековье, вот, там было много изображений. Если говорить по малорусам, то там очень много изображений. Очень много изображений. Я не знаю, так скажем, их последних работ всех, но так вот я пока нигде не встречал, что у них кто-то проводил исследования по этому знаку. Они там кричат много, но тоже, видимо, кричат с тех позиций, у них кричит радиотелевидение, чтобы нас, братьев, как говорится, рассорить друг с другом. А созидательных трудов у них по своему народу, по своей ветви русского народа, малорус это, ну, малорус, они есть малорусы, как говорится, вот, это русский народ, это восточные славяне, у них тоже не так много создается, поэтому мы сегодня пока еще не создали те основания, по которым можно было бы, так скажем, вот более определенно ответить на заданный вопрос. Но уже то, что мы имеем, позволяет говорить, что русский север, Средняя Русь наша, это те места, где этот знак был очень сильно развит. Вот когда ты сказал, что более 200 символов насчитал, знаков, ну я опять же употребляю трубу, знаков ты насчитал, то в этом случае я представляю, какой вой может подняться среди тех, кто в свое время набрасывался на Хиневича, приписывая тому, что вот он 144 вот этих знака придумал. И как сейчас начнут кричать люди или недалекие умом, или недруги нашей древности о том, что ну вот появился еще один, который Хиневича переплюнул, Кутеньков Павел Иванович. Он теперь утверждает, что там вообще уже не то, что 100, 150, а даже 200 и больше, уже там скоро сотнями будем считать эти количество знаков и разновидностей. Вот, Алексей, я здесь хочу добавить, вот эта работа, как говорится, она прошла рецензию, она прошла всесторонние рецензии, ее долго мурыжили, так скажем, цензуру я долго мурыжил, но в конце концов дано разрешение на ее издание. Это научная работа, поэтому, так скажем, я думаю, тут претензии нужно предъявлять, собственно, к русскому народу, почему он такой богатый духовно, почему он такой светлый и почему он до сих пор еще живет. И это будет, так скажем, неудивительно, если начнут, как говорится, кто-то быть недовольным. Но я думаю, что вот то, что эта книга издана всего лишь сегодня, так скажем, там, ну, 100 с лишним штук, и дальше у нас издание вот затормозили, я думаю, это вот то, что ты говоришь, я думаю, это связано определенным образом. Эту книгу не хотят пускать людям. Ну, в любом случае, обращение к таким людям или недалеким, которые просто тявкают как моськи, не понимая, что они делают, или тем, кто сознательно, являясь нашими недругами, что-то говорит, друзья мои, не клацайте зубами, вы просто погрызите гранит науки, там все это есть. Дальше, вопрос в эфир от Рос-76. Размеры тоже имеют значение, свастики, пропорции лучей, загибы и так далее? Я не знаю, как размер свастики, так скажем, имеет значение или нет. А вот размеры ерги, они имеют свое значение. И в русской народной культуре
сегодня, если вы вот почитаете, у меня же другие работы есть там по обрядам, по обычаям русского народа, по одежде, где я там описываю и привожу конкретные села, конкретных тетенек, дяденек, куда вы можете поехать и от них же услышать. И у нас они называются так, вот обычная ерга, да, четырехконечная, они говорят четырехкрючковая, да, четырехкрюшная, потом дальше идет восьмикрюшная, потом идет шестнадцатикрюшная, называют они, потом 32-крюшная. И вот когда мы возьмем и посмотрим вещи с изображениями вот этих ергических знаков, а в общем я понятие называю ергический знак, да, ну, кто-то раньше называли свастические знаки, вот, то вы увидите и посмотрите, где эта вещь употреблялась, где эта вещь, в чем различие и, как говорится, этой вещи, и по состоянию времени года, по состоянию праздничности, непраздничности, по состоянию великости праздника, по напряженности дня праздника, по времени в этом дне. Это все очень четко различается, и у нас, у восточных славян это особенно, особенно это женское начало, потому что это тонкая натура, это духовная, как говорят, натура, которая работала все время с душами, она принимала, она бабой становилась, она потом душу провожала в иной мир, и у нее очень обостренное восприятие времени, года, дня, праздничности, часов вот этих. И она вот эти знаки, и смотришь, это на это сменило, это на это сменило. И отсюда проистекает, мы можем отсюда делать, так сказать, дальше идет по возрасту изменения тоже, как говорится, молодые такие знаки носили, старые такие знаки носили. Вот это то, это есть. Но это, этот вопрос, пожалуйста, как говорится, берите мои книги, там я многие вещи постарался изложить. Или приходите на занятия, мы проводим занятия, потому что они требуют изучения закона русского духа, изучения знаковой матрицы, изучения состава сряды. То есть нужно немножко иметь определенную подготовку по русской народной культуре, по его знаковой содержащей, по его знаковому содержанию, и тогда, в общем-то, вот этот вопрос можно уже обсуждать более обстоятельно. Угу. Вот когда ты говорил про количество крестов, да, вот 2, 4, 8, 16, 32, 64. По количеству загибов на кресте, вот, по разветвлениям, он как бы вот такое, как древо разветвляется, разветвляется. Ну да, 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 ну вот я просто говорю, 2, 4, 6, да. 2, 4, 8, 16, 32, да. 64, 128. Вот обратите внимание, что вот это является матрицей нашего мира, матрица слова «мать». Не иностранное слово «матрица», а наша матрица. Это наше русское слово, да. Да, вот это как раз вот матрица всего мира. И обратите внимание, как раз в древних наших каких-то писаниях очень часто присутствуют эти числа, вот в этом именно порядке. И когда говорят о иномирии, то там говорят, вот есть миры, где огромное количество измерений. Вот они примерно в том же порядке все идут. И еще обратите внимание на то, что современная вычислительная техника, она также в этом же порядке умножения происходит. 32-битный, 64-битный, 128, 256 и так далее. И я хочу сказать, добавить хочу, если вот вопрос уже числа знаков, числоведения затронули, это отдельная тема, но вот приезжает Андрей Геннадьевич Резунков, как-то на Тибет ездил, и говорит, ну вот зашел в монастырь там, и там, говорит, этих самых 108 родничков. И нужно вот в каждый родничок, как говорится, нужно омыться, да, подбежать к нему там, ну и стать под водичку. 108. Вот, пожалуйста, как говорится, 32, 64, 108. То есть вот священное число, оно не просто так, так скажем. Вот. То есть это и индоевропейское или так общеарийское, вот эти, да, эти вещи, они вот, вот это вопрос сходства, так скажем, вопрос сходства и какой-то, как говорится, смысл содержания. Хорошо. Дмитрий из Донбасса задал вопрос в эфир. Знает ли соведущий о проводимых экспериментах с символом, ну, в нашем случае со знаком, применительно разной среды, например, к воде, какое воздействие? Интересно бы знать, какое излучение ли есть от этих знаков.
Я не занимался изучением воздействия этих знаков на ту или иную среду, в той или иной среде. Поэтому, скажем, сказать определенно я что-либо не могу. Но я могу сказать, что есть такие, на самом деле, интересные наблюдения. Может, сами попробовать провести. Вопрос в эфир от Роса 76. Вообще воздействие знаков, такие опыты вообще проводились и проводятся. Знаки воздействуют, они воздействуют. Но здесь вопрос поставил он о различии воздействия, вот так скажем, о сравнительном рассмотрении. Это уже другой вопрос, так скажем. Он мной не проводился. Итак, Рост 76, вопрос в эфир. Аккуратно ребенку про свастику рассказать или детям не стоит, а то потом из школы выгонят? Ну, вот так вопрос. Вот не надо это самое обозначать. Просто нужно знать, вот берете книги этого самого издания университета Герцена, Санкт-Петербург, и там, значит, для дошкольников и школьников рисунки с ергами. Поэтому, ну, не надо вот это вот, так скажем, уже унижать систему образования, так скажем, в России сейчас не сводить до уровня злыдней каких-то. Да нет, сейчас это широко используется. Поэтому рассказывайте своим детям. Не надо только про свастику рассказывать. Вы говорите про ергу. Про ергу говорите и умейте, как говорится, объяснить и защитить свою позицию. Что у чего. А так у нас, как говорится, и в советское время говорили, что свобода личности, а Бога запрещали, и попробуй, партийный человек, как говорится, приди с крестом или помолись Богу. Тут же из партии выгонят, тут же из должности снимут и прочее, прочее. И не докажешь никому ничему. Сейчас же можно это обосновать, пояснить как-то. В конце концов, мы сегодня в том времени, когда много чего позволяется, в общем-то, в силу различных обстоятельств. Поэтому до абсурда не надо вот эти вещи доводить в своем сознании, я имею в виду. Рассказывайте все детям, все рассказывайте, все ведите его к истине, ребенка. Опять же, смотрите, вот как говорится, да, что у пьяного там на языке, да, у умного там на уме, а у ребенка оно и на уме, и на языке. Вот что он от вас воспримет, то он и произнесет. И надо понимать этот уровень ребенка для того, чтобы не подставить его. И не подставить, грубо говоря, себя. Потому что многие учителя, они не являются учителями в нашем славянском ведическом понимании. Это люди, которых поднатаскали по какой-то тематике, и они просто как попугаи во многом повторяют. Очень редко встречал учителей, на самом деле учителей, которые в чем-то разбираются. И большинство из них, к сожалению, просто попугайничают. То есть они что-то повторяют, вот так вот написано, так вот мы сказали говорить или научили, они так защитили там свои дипломы там выпускные в институте или в училище что-то сдали, и вот поэтому шпарят. Поэтому не все начнут разбираться, а с чего это вдруг ребенок стал говорить про вот эти интересные крестики с загнутыми хвостиками, да, и почему он говорит, что это наша древность. Просто-напросто начнется вой, хай и так далее. Поэтому надо находить правильные обороты, правильные слова для того, чтобы не было потом проблем ни для вас, ни для ребенка. Алексей, это не наша древность, это наша современность. Это я говорю, приведите ребенка в музей, приведите в музей, в Российский этнографический музей, в Русский музей, сводите государственный, сводите в Эрмитаж и сводите, в конце концов, Петропавловской крепости, покажите на решетке Петропавловской крепости, как говорится, одному из древних соборов города Петербурга, покажите этим знаки ему. Ну и все. И учителям тоже покажите. Вот. И учителя у нас сегодня, школа не отвечает за воспитание детей. Это четко нужно знать. Законы, которые были приняты после развала Советского Союза, они сняли со школы этот вопрос. Хотя мы понимаем, что это, так скажем, обучение и воспитание – вещь неразрывная. Это, и все школы это понимают. Но вот на законодательном уровне учитель не занимается воспитанием. Поэтому вы своему учителю, если он вам будет вашего ребенка, как говорится, говорить ему какие-то вещи против, вы можете его на законодательном уровне, так сказать, привлечь к ответственности за неправильное воздействие, направленное в русле того,
чем ему не положено заниматься. Хочешь ему, вот преподавай математику. Занимаешься математикой, преподавай математику. Русский, физкультуру, физкультуру. В мировоззрение, пожалуйста, как говорится, история, история. Но в мировоззрение, как говорится, не заглядывай, дитя его. Поэтому эти вещи надо понимать. Сегодня так это вот внешне поставлено. Хотя я говорю, это, наверное, ну так вот, наверное, и правильно. Потому что сегодня вот такая ситуация. Мы вышли из родосгония, мы сейчас пытаемся преодолеть родосгоние. Родосгоние – это уничтожение восточных славян силами тьмы в 20-м столетии, ранее, так скажем. Вот. Нам сегодня нужно уйти с этой колеи родосгония. Вот. Поэтому... Ну да. Такие законы. Все верно. Поэтому вот правильно ты подсказал такой маневр, правильный ход, что, друзья, если есть какие-то наезды, обращайте свой взгляд почаще к музеям, где это все выставлено. Обращайте к тем зданиям, на которых все это присутствует. И тогда вопросы отпадут сами собой. Вот и все. Не надо на себя брать огонь принимать. Да? У нас есть более значимые рубежи, на которых можно постоять, которые, вернее, сами за себя постоят. Скажите, вы давно не были, например, там, ну, в Зимнем дворце, к примеру, или, может быть, вы давно не были в историческом музее в Москве, а может быть, вам надо в Пушкин съездить, там тоже много чего интересного есть. Вот посмотрите, как там все украшено. А вот в музее таком-то вот есть, например, там вот такая вот интересная выставочная композиция, где вот за 6 тысяч лет там, или за 20 тысяч лет до новой эры много чего интересного нашли, в том числе эту символику. Дайте ребенку, в конце концов, фотографии, сказать, вот мы были, купите фотографии, да, там, или сами сфотографируйте, да, открытки же продаются, пускай он придет в класс и сделает доклад, что вот мы были в таком-то музее, вот обратите внимание, вот так, пускай он сделает доклад по истории нашего государства российского, у нас же все патриоты, да, сейчас, слово такое опять внедряется, вот, это будет полезно, это будет здорово, почему нет? Так, хорошо, следующий вопрос. Дмитрий с Донбасса. Сотрудничал ли соведущий с кем-либо из научной среды в контексте современной деятельности с представителями науки? Например, в славянистике, в частности, в медицине, мы знаем, что энергия органов тоже сходна свастике. Или, например, массаж следует проводить по движению свастики. И если же и есть или уже сейчас понимание этого у различных научных деятелей. Или общеизвестная форма галактика Млечный Путь. Ученые же увидели, не летая в космос, форму галактики. И всего сработало ли образное мышление у них? То есть, как-то так вот... Я читаю, как есть, но теперь давай переводить это на наш язык. Ну, вопрос такой обширный. Вот, так скажем, так как я общаюсь с людьми, которые... придерживается, так скажем, разных научных направлений, но те люди, которые занимаются народоведением, они, соответственно, вопросы, связанные со знаками, знают. И достаточно глубоко. Ну, просто возьмите мои работы, у меня сейчас уже издано порядка 10 книг, посмотрите, кто рецензировал, вот. Посмотрите, где мои статьи изданы, в каких журналах. А это очень широкий круг, и это говорит о том, что научное сообщество в этом вопросе, она достаточно всегда была высоко подготовлена, вот, так скажем, по пониманию этого знака. Хотя я там говорил, что вопрос с запретом у нас тут просто многие вообще, как говорится, забиты радио, телевидением, но те, кто глубоко занимается этими вопросами, они очень хорошо это знают. Таких, правда, немного людей. Более широкий круг исследователей, которые просто знают, что это знак древний, это знак индоевропейский, это знак славянский. Вот это сегодня, собственно говоря, ну, если говорить про Москву, Питер и про ряд областных, как говорится, городов России, да про многие можно города говорить. То есть сегодня широкий круг ученых, которые знают, что это знак древний, очень древний и имеет основу вот славяно-арийскую.
Ну что ж, вопросы все мы зачитали, подправили, подкорректировали под понимание наше русское. И теперь приходит время нам расставаться с нашими радиослушателями. А в заключении, как правило, мы подводим итог сегодняшней нашей передачи и что-либо хорошее, доброе нашим радиослушателям вещаем. Ну что, уважаемые сударь и сударыни, спасибо, что кто слушали, спасибо, что выслушали. Я хочу сказать, что тема внешнего, тема знакового, который нас окружает повсеместно, она является важнейшей в жизни человека, в жизни народа. И русский народ, у него пословица есть: скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Скажи, что ты есть, скажу, что ты есть. То есть вот это то, что мы, чем мы себя окружаем, что мы внутрь себя принимаем, это все на нашу душу, на наши души, а у русского человека их несколько, осуществляет свое непосредственное воздействие. Поэтому нужно быть в этом вопросе очень разборчивым и нужно обращать на тот опыт, который имеет наша культура в этих отношениях. А опыт, богатейший опыт. И только вот сегодня мы какие-то крохи начинаем понимать и осознавать. И когда мы осознаем, мы видим, что ерга – это и знак, который связывает нас и с культурой, и с Богом, и который может тебя подлечить. Что пост – это просто необходимая вещь в культуре каждого человека. И что у русского человека на большие посты была своя посуда. Никогда не путали посуду. Крестьянин, русский крестьянин, которого у нас коммунисты привыкли представлять забитого и вообще беднейшего, что у него было обязательно два набора посуды. Одна посуда была постовая, а другая посуда была скоромная, так скажем, для, вот, для жирной еды. И их никогда не смешивали. Мы только сегодня, нам только сегодня, так скажем, какие-то люди достаточно высокого посвящения могут объяснить, почему это так. И как это связано с нашим духом и с нашими телесами. То есть вот углубление в свою родную культуру, она показывает, насколько она высоко духовна, насколько она светла и насколько она нам сегодня необходима. А когда мы сегодня натягиваем на своих дочерей брюки и выпускаем их в мир так, как раньше не одевалась проститутка на Невском проспекте, даже она стеснялась одеться, как сегодня ходят дети, то вот это образы, это состояние, которое должно нас тревожить и которое нас заставляет думать, к чему нас ведут, куда нас ведут и на что мы должны опираться. Поэтому я желаю вам, чтобы вы обращались к своим родителям, к своим предкам, к своим отцам, дедам, к ихним победам, к ихней культуре, то есть к своей родной, и на нее опирались. И победу искали в своей душе, в себе самом. И победа – это есть победа, как говорится, над преодолением воздействия сил тьмы. Спасибо за внимание. Отлично сказано. Вот когда ты говорил про девушек, мне вспомнился разговор с одним человеком, он такой очень активный, общительный, шутливый, и когда он видит таких девчушек в обтягивающих, не знаю, как это назвать, кальсоны, не кальсоны, стринги, не пойми что такое, да, вот он подходит так и как бы в шутку говорит: девушка, девушка, а вы юбку потеряли, у вас много кое-чего видно, вы случаем не проститутка? Там такое начинается, но это, конечно, отдельный разговор. Но в заключение от себя... Это хороший подход, напоминание людям, что вообще не образ потеряли человеческий вообще. Да, вот, а вообще от себя я хочу вот вспомнить слова-то известного фильма: «А в чем сила, брат? А сила в правде,
А правда где? А правда в Боге. А где правда, там Бог. Правильно? Правильно. А если мы с Богом, кто против нас? Ну вот давайте на этой такой хорошей волне мы и закончим сегодняшний наш эфир. Я напомню, что сегодня у нас 6 мая 2016 года, пятница, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 25-й день месяца посева наречения, 7524 лето, неделя. Кутенков Павел Иванович был сегодня у нас в эфире главным соведущим. Следующая встреча по Ергии свастики у нас назначена на следующей неделе в пятницу. Не пропустите, следите за предуведомлением. По ненашенски по анонсам, но вот предудовление у нас как такое слово прижилось, и мы его используем в наших передачах. Передача сегодня была посвящена Ергии свастики, смысл понятий. Во второй передаче, я думаю, мы разберем более подробно эту тематику и коснемся, может быть, еще таких тем, которых в этой нашей, в этом нашем эфире мы пока еще не касались. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио. Павел Иванович Кутенков, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся.